Смотрите, у нас сегодня будет 4 спикера. У нас будет 2 части. Первая, вот, как говорится, нагнетаем атмосферу. Сейчас вот-вот начнется, подъедут наши главные презентаторы. Первая часть будет презентация бизнеса. Дальше у нас будет выступление еще нескольких спикеров о том, что и как можно делать, чтобы были все возможности воплотить, которые вам расскажут в самом начале. Ну и пока едут наши главные презентаторы, в общем-то, скучно уже просто так сидеть, я понимаю. Я хотел бы задать пару вопросов всем тем, кто присутствует. О бизнесе мы поговорим чуть позже, но его основа – это продукт. Это то, благодаря чему появляются результаты и в товарообороте, и, в принципе, просто по здоровью. Можете сходу назвать там, один свой любимый продукт в компании LR, вот самый такой основной, который вы в любом случае покупали, даже если бы перестали здесь строить бизнес? У кого какие варианты? Персик. Килограмм персик. Гель, алоэ вера, персик. Майндмастер какой? Жидкий, зелененький. Ой, красненький, а любой красный, без разницы. Про баланс. Ага, что еще? Гель, алоэ вера, сивера. Сивера, ты любишь сивера, отлично. Скорая помощь еще. Один продукт. Скорая помощь, спрей. Есть кто-нибудь, кто еще не партнер компании и еще пока что не имеет партнерский номер? Или все уже зарегистрированы? Все, то есть вы понимаете, что такое скорая помощь, что такое персик, правильно? Вот мужчины на задних рядах сидят, я к вам обращаюсь. Есть понимание по продуктам или еще пока так плаваете? Плаваю. Немножко плаваю. Да, кто меньше месяца в компании? Есть такие? Раз, два, отлично. Кто меньше полугода? Так, хорошо. Остальные больше полугода. Понятно, отлично. Смотрите, ребят, в любом случае, с продуктами мы знакомимся достаточно долгое количество времени, потому что их много в компании, на некоторые результаты приходят уже не сразу, поэтому даже те, кто там, полгода в компании, наверняка открываются какие-то ноу-хау, понимание того, что вау, какой крутой продукт. Собирайте, пожалуйста, истории. Я вот вам рекомендую собирать истории людей, как продукт помогает. Потому что у нас есть огромное отличие от любых других предложений быстрого заработка, основанных не на товаре, что там они продают воздух, а здесь мы продаем реальную помощь людям. Поэтому если вы знаете, например, короткую историю, как людям помогла зубная паста на основе алоэ, как людям помог гель, севера для сосудов, то когда вы будете разговаривать даже за тему бизнеса с кем-то, вы просто ему говорите, продукты пользуются спросом, у меня есть вот такие-то истории в команде, вот это, люди довольны, они покупают эти продукты из месяца в месяц, потому что есть результаты, на этом можно хорошо зарабатывать. То есть чем больше у вас будет копилка историй, как истории по продукту, да, так и истории успеха, тем лучше будет ваш результат в бизнесе. Но лучше всего иметь свои истории. Ну, безусловно, свои истории самые яркие. У кого есть какая-то вот история, такая действительно для себя примечательная, личная, как вам какой-либо продукт помог? Отлично, давайте начнем с края. У меня у старшего сына в 11 лет, он избавился от весенней аллергии. То есть вот он 4 месяца пропил гель, то есть нет аллергии. А сколько была аллергия до этого? Ну, года 2 или 3. Вы что-то пытались ему сделать? Ну, да, таблетки давали. И не помогло. Таблетки 4 месяца продукта нашего. Да, персик. И про баланс. Отлично. Так. У кого еще? Ага. У меня были мышечные судороги, у меня были мигрени. Я от них избавилась с одной бутылки геля персик. Одной бутылки. Не про баланс, я не был. И то я эту бутылку стала пить, потому что не запретили. Я в дому ничего пить. Как долго были судороги и мигрени? Ну, судороги у меня были, наверное, лет 5-6, наверное. 5-6 лет? Да. Мигрени были периодически, так раз в квартал, точно, тоже где-то примерно лет 10. Как давно избавились от этих проблем? Все, я год не чувствую ничего. Целый год? Да. Соответственно, даже до этого пытались медикаментами, какими-то аптечными. Ни одна таблетка не помогает, ничего. Хоть ты тресни. Так, отлично, хорошо. У кого еще есть какая история? Такой, кого из нас? Такой. Давай. Ну, смотрите, я просто раньше пришел своего партнера, поэтому у меня была проблема после операции, это найти
как это, витамины, чтобы восстановить иммунитет, потому что после операции, как вы все знаете, и после долгих химиотерапий всегда иммунитет проваливается. Да, но пришел я уже, конечно, сюда поздно, потому что уже на тот момент полуострова не было, но зато здесь был такой витактив, майндмастер и пробаланс. Вот они дали вот больше всего эффект, потому что хочу сразу сказать, что аптечные витамины я, наверное, практически все. Там 20 наименований точно я за где-то вот за 8 месяцев, наверное, все их. Потому что 7 лет назад, когда я пользовался аптечными витаминами, они были еще как-то в ходу. Там вот супрадин от него там вот поднималось, там хотелось вот двигаться и чувствовалось, что вот есть витамины, что есть вот какие-то вот, ну, толк есть от того, что ты пьешь, тебя вот, тебе хочется вот двигаться. А вот наши продукты как раз они дали тот самый эффект, как раз поднятие вот и, как его, тонуса, при этом энергии полно. И большинство людей, как бы сейчас уже смотрят на меня, они не видят того, ну, не верят то, что у меня там была какая-то вот тяжелая операция, там ты так носишься, ты так все время все делаешь. Говорит, то, что, ну вот это вот. Как-то вот так вот. Отлично, супер. И? Да, у меня была проблема с голеностопом. У меня был артрит и артроз голеностопного сустава. Буквально ногу таскала за собой. Артрит, артроз, да. Да, и благодаря сначала начала с гель алоэ персик, а потом начала принимать гель алоэ фридом, и даже капсулы фридом. И вот просто хожу теперь, радуюсь. Сейчас результат. Этой ситуации, этой проблемы да, нет. Нет. Прекрасно. И, сколько конечно, потребовалось времени, чтобы избавиться? Ну, месяца три. Три месяца? Да. А до этого сколько беспокоило? Ну, год, наверное. Угу. Что-то делали, что-то пытались? Ну, ходила на физиотерапию, но результаты были никакие. Понятно. Да. Ну, подытожим. Мне всегда нравится понимание того, что есть цена, а есть ценность. У многих направлений медицины есть цена услуг, но, к сожалению, очень редко, когда идет какая-то результативность. И у нас есть ценность, которая дает людям действительно изменения в их жизни. И поэтому, продвигая то, что дает людям ценность, мы создаем для себя, во-первых, положительную карму, удовольствие от того, что делаем благое дело, и, конечно, финансовые результаты. Вот. А каким образом это все происходит, подробно, сейчас вам расскажут наши замечательные лидеры, презентаторы, которые неслись на всех парах, успели практически. Кто будет из вас проводить? Оба? Посмотрим. Мы еще не договорились. Хорошо, друзья, давайте поприветствуем на этой импровизированной сцене лидеров нашей компании. Людей, которые прекрасно понимают, как можно с помощью продуктов ЛР изменить жизнь, как в теме здоровья, так и в теме финансовых моментов. Это платиновый лидер организации Анастасия Макарова. Лидер группы «Анастасия». Вот, ну да, бывает такое, что задерживаемся, опаздываем. Вам, наверное, тоже ваши клиенты, партнеры иногда говорят, я не приехал, потому что дождик пошел, да, или потому что там что-нибудь еще случается. Мы все такие, нам надо с этим работать и понимать тех людей, которые пытаются там все время там что-то, да, свое оправдание сказать. Мы люди, вот, но тем не менее надо работать над собой, я согласна, и подтягивать свои сильные стороны. И это мне помогло в нашей компании преуспеть, в том числе. То есть сама компания, вы, наверное, поговорили, да, о продукте, я так поняла сейчас, про отзывы поговорили, действительно шикарная. И я знаю, что многие предприниматели, может быть, топовые лидеры, да, других компаний, прежде чем выбрать компанию или, может быть, перейти в другую компанию, они выделяют очень важные моменты. И один из этих моментов – это действительно качественная продукция. Это очень важно. С ней мы делаем товарообороты для компании. Это инновации, да, которые всегда в нашей компании можно разработать. Немцы, они инноваторы. Это постоянное количество новинок, да, регулярно у нас появляется, тоже очень важно.
это надежная компания. Ну вот сегодня я про нее и расскажу. Мне удалось достигнуть больших высот в этой компании. Это благодаря, конечно, команде, продукту, благодаря вере. Вот я на первой презентации, примерно столько же людей, даже меньше, как сегодня. Есть у нас вообще гости, кто первый раз? Или кто новый партнер? Ой, отлично. Вот для вас самое ценное, да, сегодня на презентации будет. Вот я так же, как вы сидите, представьте, да, сижу, улыбаюсь. Вы тоже улыбаетесь, я смотрю. Ну, может, кто-то скептический, кто-то так недоверчивый, а так кто-то просто, да, ему приятно, что здесь такие люди интересные собрались. Вот я достаточно легкомысленно улыбалась. Я не скептически, я такая открытая всегда, я открыта к предложениям. Вот. Ну, сейчас уже, конечно, нет, тогда да. И сподвигло меня, конечно, на перемены, это то, что есть дети растущие. У кого есть детки? Наверное, вы понимаете, да, что для них хочется все самое лучшее, да? Для них хочется, чтобы вот все у них было, хорошая жизнь, там, игрушки классные, одежда, продукты питания, какие-то развлечения, правда? И вот когда у вас детки появляются, мы начинаем искать, мы открыты, как все улучшить, да? Это такой инстинкт материнский, отцовский, я думаю, мужчины тоже хотят своим детям всегда самого лучшего. И вот я сижу, слушаю, что же мне расскажут такого интересного. Ну и в итоге очень быстрый старт произошел, то есть я все послушала, мне все понравилось, все вопросы были заданы, вы сегодня тоже задавайте вопросы. И вместе с такой компанией, с нашей страной, да, в которой и качества особо нету, вот так вот, если по магазинам вы ходите, смотрите, да, столько всего, а качества и какого-то надежного, чтобы вы уверены были, даже в продуктах питания, нету. Вы можете там искать, смотреть этикетки, их могут наклеивать, переклеивать, никто никогда не узнает, есть вообще сертификаты, где это сделано и какой срок годности. Это наша страна. Я как инженер-химик тоже прекрасно понимаю, что такое сертификация в России, как это производится, да, и продукты питания в том числе. Вот, поэтому качества нет особо, а здесь точно немецкое качество. Это очень, да, большая ценность. И в то же самое время вот поддержки нет, да. Вот посмотрите, кто на пенсии, какая пенсия? Знаете цифры? Не знаю. Ну, это мы большая. Это ты так не особо сейчас поразился. Это круто. Вот сегодня у Лены Плехановой день рождения. Давайте, давайте. Я достигла должного по лидеру организации. Вот там на доске висит почета, на стене почета со своим супругом. Она всегда говорит, мы хоть и в Москве вроде, да, в Химках, а пенсия у нас подмосковная. Химки в Подмосковье. И она называет такие цифры 7-8 тысяч. Может, даже 6-700, что-то такое было. И вот от этого мы все в шок просто. Ну как могут люди жить на 6-700, если только за квартиру, там, за телефон сколько? 5 тысяч надо. Да, да. А как же ты будешь покупать продукты, как ты будешь жить, если не дети там, да? То есть это вот наша страна, опять же. У нас в России этот бизнес почему так хорошо идет? Потому что качества особо нет и поддержки от государства особо нет. Ну, не буду ничего говорить, мы политику не обсуждаем, но тем не менее, вот они возможности. Все в наших руках. Вот это здорово, когда вы ни на кого не можете передвинуть. Там, это там страна такая, или люди такие, или погода такая. Нет. Здесь вы берете, используете по полной программе то, что нам компания дает. И то, что нам дает наша команда, наши лидеры. Да? То есть здесь все вам помогают делать. И компания, и команда. И, честно, трудно даже сейчас в это верить, что можно столько зарабатывать в месяц. Можно недвижимость покупать вот так просто, сходил, купил квартиру, допустим, да? Это все именно с компанией Лео. Машина, Porsche, вот еле припарковали, места не было. Но в любом случае, 5,5 лет я уже наслаждаюсь этим автомобилем. Это действительно уровень, и за свои деньги я бы не купила такой дорогостоящий автомобиль. Когда его компания вам дает, это совсем другие ощущения. Различные мероприятия, со звездами можно познакомиться у нас в компании. Это так, дополнительные такие моменты, помимо того, что вы развиваетесь, зарабатываете, вы помогаете своей семье жить лучше и другим людям тоже. Ну и про такие деньги, конечно, не каждый может, да, даже помечтать, но, надеюсь, вы можете. А если вы можете помечтать, вы можете и достигнуть. Но вот про эти суммы, я думаю, каждый может себе представить это, да, в голове. Что 25, 50, 100 тысяч, это в принципе реально, да, зарабатывать? Так, да? Для всех людей.
не каждому там миллион, да, как-то вот доступно вот рассуждать, да, о таких суммах, но это реально наша компания. Но вот такие суммы может абсолютно любой зарабатывать дополнительно. Вот в некоторых городах и селах нашей прекрасной страны зарплаты меньше. То есть я знаю, 18 тысяч зарплат, вот действительно, да, люди озвучили, они с 9 до 6, 30 дней работают. Даже в Москве есть, да, такие зарплаты, когда с 9 до 6 работают, там, на кассах, в супермаркетах. Я прям спрашиваю у людей, мне просто это действительно искренне интересно. За 25 тысяч рублей весь месяц с 9 до 6, и на тебя еще все, кому не лень, негатив свой сливают, там, ругаются с тобой, начальство тебя наказывает, и попробуй опоздай, уволят вообще сразу, да? То есть вот в таких условиях. В нашей компании выйти на доход 25 тысяч рублей – это 3 месяца ориентировочно, 3-6 месяцев работы с вашими помощниками. У вас же есть у всех, да, спонсоры, лидеры, для гостей, кто вас пригласил, это ваши помощники и все мы, да? То есть работая в связке в команде, зарабатывая в надежной компании, помогая другим людям оздоравливаться, тоже начать зарабатывать, вы постепенно будете свой доход приумножать вместе с компанией ЛЭ. На 25 тысяч рублей плюс автомобиль от компании здесь уже можно выйти за 3-6 месяцев, на 50-100 за полгода, за год. Это реально. Главное действовать и делать то, что нужно делать. Сегодня мы расскажем обязательно, что нужно делать. И наше время сейчас, оно прям способствует вот такому бизнесу. Сейчас уже не обязательно устраиваться на работу. Да, по найму. Сейчас можно сидеть дома и очень много разных способов, как можно дополнительно зарабатывать, не отрываясь от семьи. Это интернет, да, это новые технологии. Сейчас все так быстро происходит. Вы можете поговорить с человеком с другой стороны, без вопросов. Сесть с ним, созвониться, да, скайп, зум, даже в WhatsApp можно созвониться через Facebook. То есть и вот эти все новые технологии, вот это все движение, оно нам помогает развиваться с компанией. Да? Все в телефоне. Весь бизнес в телефоне. Не надо компьютеров, это не обязательно. Ну и плюс тенденция к тому, что люди больше следят за здоровьем. Сейчас долголетие и здоровье реально набирает ценность. Согласны? Мне, к счастью, попадается все больше людей, которые не курят, не пьют алкоголь. Ну только символически где-то в праздник, да? Заниматься спортом. Если не в спортклубе, то где-то дома, кто-то зарядку делает, кто-то там приседает, ну кто что, да? Вот. Это очень здорово на самом деле. И наша компания, она предлагает товары для здоровья и красоты. Да? То есть красота, она приходит тоже через здоровье. Если мы правильно питаемся, у нас витамины, энергия есть, мы и выглядим хорошо, да? То есть кто пробует наши продукты и пользуется, вы все знаете, о чем я говорю. Это все будущее, это все набирает обороты, и, соответственно, с такой компанией, как ЛР, мы будем более успешны, потому что людям все больше нужно будет здоровье, витамины, питание, БАДы. Если раньше от этого слова некоторых как-то там коробило, потому что были некачественные, какие-то непонятные, да, не сертифицированные, в аптеках продаются тоже непонятные БАДы. Врачи, кстати, говорят, что в аптеках большинство продуктов, ну, фальсифицированы или даже могут иногда принести вред, нежели пользу. То есть в этом надо очень хорошо разбираться, прежде чем идти скупать лекарства. Я точно поняла, у нас двое деток, и мы выводы уже сделали сами. Ну, и общаюсь, конечно, с врачами. Поэтому омега, витамины, травяные чаи, это все уже входит в обычный рацион питания в семьях. Вот, сейчас такое время, и дальше будет больше. Потому что истощаются почвы, и в продуктах питания все меньше и меньше микроэлементов, минералов. И мы едим вроде фрукты, овощи, те же там бананы, картошку, а в них уже не так, как нам надо, да, минералов. Поэтому дополнительное питание нам нужно. Ну и что в нашем бизнесе вы получите? Даже если вы не будете так стремительно развиваться, быстро, да, вы просто будете здесь, будете с нами общаться, потихонечку выстраивать свой бизнес. В любом случае это личностное развитие. Даже вот после сегодняшнего дня наверняка кто-то из новых, кто пришел, да, или из партнеров, услышит для себя что-то полезное. Да? Какая-то фраза, какой-то лайфхак, да, как говорят сейчас. То есть это саморазвитие, вы общаетесь с такими людьми, для которых здоровье, успех являются ценностью. В любом случае это беседы про что-то вот в этом направлении, это очень полезно. Конечно, мы и книжки читаем, и вебинары проводим, мероприятия, это все нас наполняет, да, нашими знаниями.
работать можно по всему миру. То есть представьте, СЛР, можно так сказать, вы открываете международный бизнес. Звучит очень круто, да? Так и есть. Вы открываете международный бизнес. Вы сами, вы это можете. Ваш доход не ограничен. Есть у нас такие примеры. В сентябре только приезжал миллионер, который столько лет в компании, и у него доход не ограничен. Он может зарабатывать еще и еще больше. Это просто огромные суммы. Об этом, конечно, мы тоже расскажем позже. И обучение. То есть здесь вы не один, у вас всегда есть команда поддержки, и все, что нужно делать, вас научат. То есть есть опытные лидеры, у которых есть результат, и вам все подскажут, ответят на любой ваш вопрос. Передача бизнеса по наследству. Вот для меня это самое главное было, когда я эту компанию узнала. Не во всех компаниях, и в традиционном бизнесе точно, не всегда вы можете оставить детям, они могут не справиться с ведением, да, дальнейшего бизнеса. Это все сложно. На работе по найму тоже вашим детям никто не передаст там ваши дела или там доходы, машины, например, да? Это одна из немногих компаний, которая весь выстроенный вами бизнес отдаст вашим детям. Это очень здорово, да? Особенно у кого четверо детей. Это вообще круто. Можно потом еще своих старших зарегистрировать, у них будет свой бизнес, а вы младшему просто подарите, да? Вот, то есть это очень перспективно. И без рисков вложений. То есть это тоже очень важно. Здесь нет никаких рисков, подводных камней, каких-то неприятных моментов, сюрпризов. То есть очень все четко, прозрачно. Это немцы, это действительно очень надежно. Свободный график. Кто уже по свободному графику зарабатывает? Есть? Правда классно? Вот немного, да? Остальные по найму, что ли, работают? Да? Как же это здорово, когда не надо никуда ехать. Каждый день вы не должны вставать рано, ехать по пробкам, торопиться, бояться гнева начальника, если вы там что-то не так делаете. Ну, то есть это вообще, вот это счастье. Вы просто живете, вам никуда не надо, вы никому ничего не должны. И в удовольствие строите свой бизнес. Возможность посмотреть мир. Это путешествие от компании. Каждый год мы можем ездить в путешествие, делая новую квалификацию. И в октябре вы можете открывать лидера организации, в ноябре подтверждать, в декабре подтверждать и ехать в следующем году в круиз. Это очень здорово. Компания нас приучает лайфстайл, да, жить красиво. Делайте загранпаспорт, водительское удостоверение, потому что СЛР в любом случае, да, это все у вас будет рано или поздно. Ну и каждому начать этот бизнес независимо от образования, возраста, достатка, от 18 лет. Мужчина, женщина, пенсионер, студент, абсолютно не важно. Мамочка в декрете, многодетная мамочка, предприниматель. То есть для всех возможности равны. Многодетная мамочка. Да, и такое бывает. То есть вот посмотрите, у компании очень много плюсов, они все равно на один слайд не поместятся, но здесь основное. Самое главное, что компания растет, она открывает новые рынки. 28 стран уже с нами, и вы можете спонсировать в этих странах, находясь дома. 34 года на рынке, в России только 8 лет. И самое главное, вот если вы разговариваете с такими предпринимателями, а было, говорите, что рынок не покрыт. И это большая перспектива. Потому что на пересыщенном рынке, вы все знаете, известные компании, многие крупные, да, когда они по 30-50 лет, уже в каждом доме есть партнер этих компаний. И как бы вдруг туда приходить и кого-то пытаться удивить, да, с каталогами, приходя к своим знакомым, это не принесет никакого успеха. Это просто такая вот экономическая ситуация, да, на пересыщение. За 8 лет мы не покрыли рынок, потому что у нас очень интеллигентный подход к ведению бизнеса. Мы делаем рекламу, мы там не накручиваем никого, не блефуем, да. У нас очень порядочные партнеры, лидеры, и мы достойно компанию продвигаем. И это хорошо. Рынок не насыщен, в любом регионе каждый может один из первых стать лидером. Это тоже очень важно по сей день. Это лидер европейского рынка, безупречный сервис у компании. Согласитесь, да, оплата карты через 3-4 дня уже в любой точке России. Ну, может быть, там Россия большая, может быть, и 5-6 дней, но все равно это все очень даже удобно. Бесплатная доставка за счет компании. Это очень здорово. Безупречный сервис. Я считаю, что компания действительно растет в этом плане, и нам обещает руководство, что через, ну, может быть, пару-тройку месяцев будет так, что вы сегодня делаете заказ, а завтра вы получаете. Сегодня даже. День в день, да, не обещаю. Вау, супер! Ну, это вообще было бы мало. Но даже на следующий день, это для нас будет просто ускорителем бизнеса. То есть это будет, я в это верю, компания все делает.
то, что мы просим, на это просто какое-то время требуется. Щедрый маркетинг-план. Вот у меня 20 лет опыта в сетевом бизнесе. Была в двух компаниях до ЛР, но знаю про многие компании. Маркетинг-план знаю, я подкована. И могу поговорить с любым с телефон очень спокойно и уверенно. Потому что в ЛР реально самый лучший маркетинговый план и автопрограмма. Это вот никто не может поспорить с этим. Вы спокойно можете просто показать цифры определенного оборота, сколько там люди зарабатывают и сколько здесь. Ну и про машины я вообще молчу. В других компаниях, чтобы получить машину, надо там по полгода, по год делать более миллиона точно рублей товарооборот. В ЛР это 160 тысяч. Это очень достижимо. Бесплатная система обучения, особенно в нашей среде развития, возможность начать с нуля и совмещение с основной работой. То есть никто никогда в ЛР вам не скажет, бросайте все, увольняйтесь, сейчас вы будете богатеть, да, на глазах. Конечно, нет. Я и говорю про этику ведения бизнеса. У нас все очень достойно и прозрачно. Обучайтесь, работайте параллельно с основной работой. Ну и вот важный момент, опять же, для разговора с сетевиками, с предпринимателями. Компания состоит в ассоциации прямых продаж. И она здесь одна из самых молодых. Не покрыла рынок еще, да, вот эти вот якоря. Все эти компании, они надежные, у них есть свои какие-то сильные стороны, фишки, какие-то продукты уникальные, да. Но они в основном уже по 30, по 40 лет на российском рынке. Представьте за это время, сколько людей уже в этих компаниях побывало, сколько клиентами стали. ЛР только покрывает рынок. То есть все равно опять мы на высоте, да. На перспективу. Ну и вот основные такие фокусы, почему в нашу компанию с удовольствием приходят люди. Качество сертифицированное, сделано в Германии. Это очень весомый аргумент. Звезды сотрудничают тоже, да, они с такой репутацией, они не могут позволить какой-то непонятной компании производить для них товары. Вот, это действительно выбор известных людей. Маркетинговый план справедливый. Уникальная автопрограмма, качественное обучение. Это очень сильные стороны. Вот по этим признакам выбирают грамотные люди себе компанию, партнеры, да, для своего бизнеса. То есть топовая продукция сделана в Германии. Все разрабатывается на собственном, в собственных лабораториях, производится на собственном заводе в Германии. То есть нет дочерних предприятий, где-то там в Китае, как обычно, да, удешевляют производство, и в России могли бы открыть. Но у немцев это принципиальный момент. Все запатентовано и действительно безупречно. Даже бутылочка от геля, она проходит определенную сертификацию. Все настолько вот высшего уровня. И многим с медицинским образованием особенно известны такие термины. Институт Фрезениус, Дерматрез, Алоэ Вера институт, Ассоциация стоматологии России, например. Ну, Ростест наш, да, сертификат. То есть это очень мощные европейские международного уровня сертификационные центры, и здесь просто так не получить сертификаты таких центров. И контрольные закупки осуществляются, и все это действительно избранным только компаниям дается. Сколько лет уже институт Фрезения существует? Около 170, по-моему, кто знает, кто помнит. И за это... 180? За это время этот институт дал сертификаты только нескольким компаниям. Ну там, 15-20. Примерно так. Представьте, да? ЛР, многие продукты ЛР сертифицированы этим институтом. То есть вот насколько мы избраны. Ну и также в ассоциации косметологии мировой, ВКЕ, наверное, всем известны эти бренды, Шанель, Диор, Шизель, Стилаутер, да? Это как бы люксус. И многие обеспеченные люди, и те, кто не очень обеспечены, но они очень бы хотели пользоваться вот такими крутыми марками, да? И иногда это просто не по карману. А иногда многие думают, что в магазинах можно купить подделку, и поэтому не рискуют покупать эти марки. Да, их выгодно подделывать, реклама по телевизору, там, цена высокая. Вот представьте, что ЛС – единственная компания прямых продаж, которая входит в эту ассоциацию наряду с этими марками, брендами. Представьте, да? То есть уровень качества такой же, а цена в разы доступна. Когда я говорю, что наша парфюмерия для партнера, например, стоит там, 850, 1400, 2, люди удивляются, как это правда в Германии делается, почему такая цена доступная. Потому что прямые продажи, напрямую от производителя. Ну и о продукте по здоровью сегодня поговорили, да? Я думаю,
так, отзывами поделились, уже есть такое общее понимание, что происходит. Ну, лично я могу так сказать, что у меня тоже есть свой результат. И, ну так, например, по весу, да, это самая такая тема популярная. Это все знают, там, Яндексе добивают, там, сбросить вес, похудеть, да, это самый такой запрос, всегда об этом все думают. Вот. 700 тысяч запросов в месяц. Да, это самый такой популярный запрос, сбросить вес. И получается, что вот, представьте, что я была плюс 15 килограмм. Можете представить? Нет? Я была. Ну, иногда говорят, тебе повезло. Я говорю, нет. Почему это мне повезло? Я сама все делаю, да, свою жизнь, своими руками, свой внешний вид, без каких-то там операбельных методов. Я ухаживаю за собой с помощью продукции ЛР, и вес у меня уже не сдвигается на протяжении там нескольких лет, 10 лет, например. А фотографии есть? Есть. Вот надо показать. Ну, покажи. Я пока дальше пойду, чтобы времени не взять. Но смотрите. Мы можем все сделать сами. Это всего лишь там, питание, водичка с нашими минералами, обязательно пробалат, алоэ вера гель, и иногда батончики наши, чаи, коктейли, супы. То есть очень вкусные наши продукты. Всего лишь. Это недорого и это не сложно. Это любой может. У нас даже дети. Вот за завтраком сегодня сын говорит, а можно я съем батончик ЛР вместо там яичницы? Я говорю, ну пожалуйста. То есть это легко. Он взял батончик с чаем, съел он по завтраку. И там все питательные вещества. Иногда это можно, не всегда заменять, да, питание. Вот. Поэтому я точно знаю, что не то, что кому-то везет или не везет. Кто-то либо делает, либо не делает. Если он хочет, он сделает. Не хочет, то это значит, ему все нравится. Или не нравится, но у него сейчас нет на это сил. И все это можно принять и понять, ничего страшного нет. Но самое главное, что все вы можете сделать. И зарабатывать вы можете также, да. Можете там 15 тысяч, и вас это будет устраивать. А можете 150, и вам будет мало, и вы будете хотеть 500. И вы будете правы, и вы сможете этого достичь. То есть все у нас в голове, да? И все реально, это точно. И здоровым быть, и красивым, без каких-то затрат особых. Все абсолютно легко. Что-то как-то долго. А, это не то, да. Ну, в общем, это кто спросил про то и после? Ну и там потом я представляю просто слайды о продукте в целом. Парфюм раскрывается тремя нотами. Вы представьте, стойкий парфюм из Германии, с такие деньги. Ну это просто надо рупор брать и всем, особенно перед Новым годом, трубить. То есть обратите внимание, да, на нашу компанию, на качество и на цены, на эксклюзивность, этого не купить в магазинах. Уход за кожей лица. Вот, пожалуйста, мой пример, да? Ну, мне кажется, многие партнеры здесь могут сказать, я ухаживаю продукцией ЛР, да, за собой. За своим телом, за своим лицом, за своими волосами, да, причем ладно, можно их красить. Ищи! Это где-то было ВКонтакте, я так понимаю. Потом подойдете к Анастасии. Да, то есть можно ухаживать с помощью ЛР и быть на высоте. В свои там 35, 40, 50, у нас такие приходят лидеры. Обращайте внимание, да, на лидеров топовых компаний. Все прекрасно выглядят. Для мужчин, для детей, от перхоти, там, от всего, да. То есть все, что возникает, вы можете найти решение в ЛР. Вам подскажут ваши партнеры, наставники. В парфюмерии это вообще просто праздник. Вы берете наш Starbucks, и вы можете все послушать, и ни одного не найти аромата, который будет вам неприятен. Такой уникальный у нас ассортимент. Все очень нравится, со звездами компания сотрудничает, с кристаллами Сваровски парфюмы, которых вы никогда в жизни не найдете в магазинах, да, даже подобное что-то. 2000 рублей для партнера. Это даже неудобно об этом говорить, что такая цена. Многие люди продают и по 5 и нормально себя чувствуют, потому что оно того стоит. Кто продавал по 5? Анжела, ты улыбаешься, да, точно. Да, а кто-то и больше, да, потому что это реально люксус, это очень крутое качество. Мне стыдно предлагать клиенту, что он дешевле. Да. Пришла свои богатые форумы Рублевское шоссе продать по доллару. 10-15? Я даю свои цены по 5 тысяч. Правильно, я об этом сейчас и говорю. Декоративная косметика шикарная, на уровне минералов, да, на основе минералов. Все она делает, что нам надо. И замаскирует, и приукрасит. Вот нечего больше даже в магазин заходить, ничего искать. У нас все есть. Но чтобы в магазинах покупать с такой скидкой, да, 28%, а иногда еще плюс 20% нам компания, да, делает такие подарки, акции дополнительные, то есть мы иногда и минус 30, минус 40 покупаем, да, как партнеры,
чтобы в супермаркетах, там, типа Лидаль или ДБТ, покупать с такой скидкой, надо на огромную сумму купить, чтобы вам карточку дали. Правда, они сейчас тоже, мне кажется, у них плохо идут дела, они там рассылки делают. Чуть ли не за полцены все забирайте. Ну, потому что люди уже особо не идут. Поделки, да, и люди тоже... Даже на Бофле, вот я говорю, я оставила, уже зашла тоже, ну, в качестве эксперимента, мне там что-то рекомендуют. Вот, я зашла, думаю, ладно, сегодня не как бы завтра оценю, сравню с нашим. Он вообще не пахнет. Вот наши ароматы лежат, и они можно там месяцами просто вот, бросить там эту бумажку, находишь там через месяц, она еще пахнет. На следующий день уже не пахнет. Я не знаю, что они там продают. У нас некоторые говорят, я сходил в душ, а у меня все еще пахнет вашим парфюмом. Или я постирал кофточку, а она еще пахнет вашим парфюмом. То есть, ну, представьте, да? Вот, потому что мы покупаем без подделок напрямую от производителя. И если вы партнер, вы покупаете даже без торговой наценки по цене производителя, и вам еще будут кэшбэк платить за ваши же заказы. Вот. Ну, звезды, это вы все понимаете, да, это уровень, это эксклюзивность, это интересные такие харизматичные ароматы от этих звезд, они сами их создавали с парфюмерами. Это очень здорово, и мастер в нашей всей парфюмерии гораздо больше, чем в магазине. То есть просто думайте о себе, о своем здоровье, о своих близких, пользуйтесь качеством, и чтобы от вас действительно дорогим парфюмом веяло, да, а не вот этими вот подделками. Когда же ты меня вот так вот передай? Ну, можно себе настроить. Когда загадаешь. Ну вот я думаю, про цифры вам расскажет наш лидер, мужчина. Мужчины вообще с цифрой больше дружмыть, про косметику с такими горящими глазами с удовольствием. А про маркетинг-план, как он улучшается, и как вообще можно зарабатывать и другим рассказывать, расскажет Антон Скрипкин. Ну, мне очень случайно, да, мужчины подключаются, когда видят вот эти картинки. Мне так нравится, ребят, посмотрите, да. 85-й год компания стартовала, и выплаты, да, всего лишь выплаты. 33,5%. Нет, это же не всего лишь. Это уже больше, хорошо. Слушайте, это больше, чем во многих компаниях, да, конечно. Да. Но обратите внимание, с количеством времени, да, с ростом лет, с ростом опыта нашей компании на рынке, что происходит с маркетинг-планом, количество выплат, да, для партнеров такое. И когда мне люди с других сетевых компаний говорят, да слушайте, у нас такой справедливый маркетинг-план, у нас такие классные выплаты, я вот это с вами просто отправляю молча. Ну, просто как перепишки, посмотрите сами. Вот, поэтому говорить про выплаты, наша компания действительно справедлива, это то, на что идут в принципе все. Всех интересуют деньги. Вот поднимите руку, кто пришел был разрабатывать деньги. Молодцы. Я с вами, я вас поддерживаю. Естественно, посмотрите, как бы, да, обычный партнер компании, приходя на ставки, уже имеет возможность зарабатывать от 10 до 15 тысяч рублей. Менеджер, естественно, зарабатывает больше. Становимся родителями, зарабатываем еще больше. Ну и дальше вот так вот мне нравится этот вот стол, здесь не ограничено. Здесь не ограничено. А приезжал как раз Хольгер Курт, когда мы с ним общались, он тоже говорит, у меня говорит, просто в плане цифр, говорит, все время башню сносит, он так сказал. А вот, и меня это, говорит, так мотивирует мою семью. У него в следующем году старшему сыну исполняется 18 лет, и он его как раз таки регистрирует в своей первой линии, будет помогать ему развиваться, говорит, я тоже хочу, чтобы ребенок стал президентом, 5 звезд. Дети всех волнуют. Вот, говорю про годовые бонусы, Настя, тут фотографии замечательные, с просто не менее замечательными цифрами, и это как раз тот момент, о котором она сказала, взял годовой бонус, пошел, купил квартиру. Вот, кто так хочет? Всем так и желаю. Ну и концепция бизнеса, которую очень легко объяснить. Да, это действительно не сетевые какие-то магазины, типа Ритуаль, типа, я даже так хочу сказать, и Бартель, и Броше, и прочая фигня, где вот такие вот конские, на самом деле, проценты накрутки. И когда человек приходит покупать непонятно что, иногда разлитое где-то в Шатуре, может быть, на Рафаминске, за цены, которые, ну, извините меня, такие цены стоят по примере элитные. Очень легко объяснять, да, что получает партнер или клиент нашей компании. Клиент получает 33 года существования компании LR на рынке, получает 28 стран, где можно, в принципе, развивать бизнес, а со следующего года, я уже так задвигаю вперед, короче, секрет, будет 29 стран. Вот, задумайтесь об этом, это можно уже попланировать. Вот, ну и что получает клиент? Получает на самом входе скидку, партнер наш получает скидку 28%. Это минимальная та цена, по которой партнеры могут приобретать, собственно говоря, товары. Минимальная скидка, да? Но на самом деле, если мы посмотрим, что это клиент, посмотрим акции компании, которые делают ежемесячно,
Иногда это за рубль. Ребята, кто хочет покупать продукцию местного качества за рубль? Уже берем. Да. Кто делает уже, наверное, и сейчас делает? Уже берем. Какие же мудрые партнеры, я вас поздравляю. Вот, что еще? Мы очень просто это все дублицировали. Посмотрите, да, рассказать нашим всем, кто нас окружает, людям, рассказать нашим друзьям, знакомым, рассказать тем, кого, в принципе, не знаете, с кем общаетесь, сами себя. В соцсетях, кстати, очень просто это делать. Вот, действительно, очень просто. Сейчас, я говорю, вот Настя сегодня говорила об этом. В Яндексе по итогам прошлого месяца 800 тысяч запросов было на тему, как похудеть. То есть, несмотря на то, что уже летний сезон, сезон морских каких-то отпусков закончился, люди сразу спрашивают, как похудеть. Предлагайте им продукцию. Я заехал, помнится, в прошлом году заехал к девочке в Сбербанк. Поехал опять по организации корпоративных мероприятий. Я так периодически так подхалтуриваю, помимо выговора. Вот, ну и взял так это, сделал такой лайтовенький комплимент, говорю, Катюш, говорю, как ты так похудела? Она говорит, ой, не говори, я уже полгода не могу с этим борюсь с лишним весом, и вы только что думаете, тройной body emission, опа, пошел туда комплекс. То есть это легко действительно прилагать и продавать. А, то же самое, это, я говорю, научите ваших людей это все дублицировать, и будете прекрасно зарабатывать. Все знают, что такое формула 5 на 5? Конечно. Да? Ну, жучи. Ага. Да, это записки на салфетке Роберт Киосаки, то есть нужно найти 5 людей, привести в компанию, научить их привести, заспасировать еще 5 людей, и в принципе вся эта история начнет, ваша схема начнет очень сильно зарабатывать. Я думаю, что среднестатистическая семья тратит 4 тысячи в месяц на шампунчики, гельчики для душа, зубные пасты, тратит или нет? Витамин. Чаечки, витаминчики, там, да? Ну, нашу продукцию, которую мы с вами ежедневно тратимся, кто поднимите руки, тот до сих пор делает в магазине. В магазине покупаете? Да. Вон из зала. Да я шучу, снимите просто эту продукцию и походу в магазин, на поход в магазин Новар. Поверьте мне, качество более высокое, а на этом еще и будете зарабатывать, потому что компания уже с самых первых моментов платит как раз эти кэшбэки. Так вот, за 4000 рублей, сейчас было легче считать, просто берем минимальную цифру, 125 человек заказали на 4000 рублей. Оборот 500 тысяч рублей. Сколько платит компания с этого оборота? Кто знает? Около 80%. Сколько? 80%. 80%. 80%. 80%. 80%, да. То есть, в среднем у нас 45 тысяч. Если вы зашли по стрек, если вы успели выкупить эти 4 месяца счастливые для старта, вы получите 72 тысячи, правильно? Правильно. Движемся дальше. Если 625 человек, у нас уже будет делать 4 тысячи рублей оборот. Посмотрите, какая это красивая цифра. Кто хочет, чтобы в команде был у кого-нибудь такой оборот. Всем желаю. Ну и доход, соответственно, 250 тысяч рублей. Посмотрите, какая классная тачка. Вот есть машина, есть Mercedes. Кто хочет Mercedes? Классный. Всем желаю Mercedes, да, как минимум. Ну, о, это моя машинка будущая. Это Настя настоящая. Я на ней каталась. Вот, всем желаю, на самом деле, действительно увеличить доход, увеличить ваши команды. И действительно, ребят, с компанией Лэп это очень просто делать. Потому что, ну, как то, что мы говорили, продукция дает результаты, продукция с качеством Modern Germany, да, с сертификатами, с такими, она, в принципе, легко оборачиваема. Смотрите, что происходит, да, все наборы, которые мы покупаем, что для здоровья, что для красоты, что для питания, они все действительно оборачиваем. Это те продукты, которые нужно так или иначе обновлять, покупать. То есть бизнес на эти продукты строить очень легко. Единственное исключение – вставлять приборы Сайдгар, который купил один раз. Ну, или, опять же, что сделал компания? Потому что для них расходные материалы. Кто покупает щеточки, кто покупает средства для очистки, для реструктуризации кожи, для... правда же? Уникальная концепция. Кто согласен? Кто уже получил автомобиль от ЛР? Еще не получил, жду. Кто хочет получить автомобиль от ЛР? Жду. Больше рук, кто в зале, смотрите. Вот. Действительно, в книге рекорд Гиннесса мы состоим по количеству выданных автомобилей за день. Более 2,5 тысяч машин было выдано за день. Я точно знаю, составили мозаику, логотип ЛР за этих автомобилей. Попали в книгу рекорда Гиннесса. Здесь немножечко старые данные, я уже точно совершенно знаю, что в сегодняшний момент более 18,5 тысяч автомобилей выдала компания ЛР во всем мире. Так опять тишина. Ни одной компании не знаю. Да, я вижу картинки там от шведов, вижу картинки постоянно, там они свои машины везде пихают с наклейками на борту. Ну, по факту, меньше разговаривать, я говорю, какой у тебя автомобиль? Молчит. Вот просто реально партнер твоего компании молчит, хотя там до этого было, ой, у нас такая компания, у нас такая козырная, ну какая у тебя тачка? Молчание. Я говорю, у нас минимум Volkswagen на таких вот маленьких оборотах. Задумываться.
Что еще? Качественное обучение сервис. Ну, вы сами прекрасно знаете, что у нас для всех партнеров, опять же, самых маленьких уровней младшего менеджера и так далее, есть академия. Правда же здорово? Кто был на академии ваших менеджеров? Кто поедет на академию ваших лидеров группы? Кто будет обучать дарильных организаций? Кто поедет? В будущем. В будущем все поедут, конечно. Я вам всем этого желаю, потому что CCT легко достигнут. Ну и посмотрите, какие замечательные люди нас обучают, и это все бесплатно, ребята. Ну скажите, это вот, это просто, на мой взгляд, это уникальный тоже якорь такой, которым нужно проверить, которым нужно пользоваться. Накормят и спать уложат. Накормят, спать уложат, дорогу оплатят, развлечения устроят, и проводят. Еще с Томом Фёрстом персональный переводчик с вами пообщается. Красивые мероприятия делают компании. Поднимите руки, кто был на последнем бизнес-дне. Вот такие большие у нас. Кто еще не был, обязательно посетите. У нас такие мероприятия проводятся как минимум два раза в год, а то и чаще. На них нужно обязательно бывать, потому что атмосфера непередаваемая. Это действительно постоянное состояние праздника. Поездки и путешествия. Правда же тоже классный момент нашел. Кто планирует вообще поехать в лидерское путешествие по итогам? Все равно планируем. Планировать нужно. В принципе, у нас уже есть, ребята, с вами 2,5, даже там 2 месяца и 3 недели, чтобы это все достичь и сделать. Поэтому давайте вы уже, действительно, это красиво, это незабываемо, и это те шансы, которыми нельзя просто не пользоваться. Я считаю, это преступление пропускать такие возможности. Ну и в мини в этом бизнесе одинок, у нас есть среда развития фристайл 21, это учебный материал, который мы выпускаем, веб-сайты, это книжечки, это чек-листы, это весь набор материалов, инструментов, которые нужны для развития вашего бизнеса. Этим очень удобно пользоваться. Это также онлайн-инструменты. Кто был на сайте вообще, в принципе, хотя бы раз? Так. А кто не был? Кто не был? Таких нет. Смотри, Ром, видишь, как мы популярные. Это один из самых включаемых сайтов, кстати, в ОЛА. Что еще? Офлайн инструменты. Проводите рабочие встречи, приглашайте ваших спонсоров. Не забывайте, что спонсор – это тому, кто устает спонсор. Этот бизнес строить легко. Вы здесь не одиноки. Кто хочет научиться спонсировать из социальных сетей? Кто уже оплатил участие в этом предстоящем марафоне? Скажите мне. Вот Ромка оплатил, я тоже сегодня завтра собираюсь оплатить. Слушайте, на самом деле, действительно, сейчас век развития информационных технологий, век развития такой среды, где, в принципе, люди сами вас хотят найти. Просто покажите им себя. Научитесь качественно представлять себя в социальных сетях, в интернет-пространстве. И обязательно записаться на участие в этом марафоне, потому что это не просто теория, это действительно практические науки. Все прекрасно знаете, кто у нас в компании, каким образом строит там, да, свою карьеру. И вот этот метод, поверьте мне, он работает. Ромка не даст соврать, да, Саша Ерматова только этим методом, ребята, сделала, уже открыла, по итогам прошлого месяца, открыла статус платного лидера организации. Поэтому если вы не попадете вот этот марафон, и, кстати, да, привычки в организме, у нас сколько дней там, да, развивается? 21 день. Поэтому 21 день приведите использовать для себя, для своего организма, для вашей карьеры, для вашего семейного бюджета. В принципе, у меня здесь все. Да? А там про Кольгера не хочешь сказать? А, вон. Да. Как ты укрыл? Укрыл главное. Ну да, действительно, если вы поставили цель, к ней нужно идти, несмотря на то, что вам на этом пути не препятствовало. Кольгер Кун, человек, который действительно опыт, который уникален, у него в следующем году будет 30 лет, как он в компании ВР. 30 лет человек строит бизнес в ВР. Я опять такая тишина. Изумленная. Прогрессируют. Некоторые люди, в принципе, столько не живут, сколько он в компании ОЭР. Представляете, 30 лет человек строит карьеру, у него следующий год юбилей, он закатывает большую вечеринку по этому поводу. Это он тоже нам сказал. Представляете, что происходило, да? То есть уже через год работы в ОЭР, партнерство с ОЭР, человек зарабатывал 92 тысячи нашими деньгами. Можете себе такое представить? Через 22 года какие цифры были? Кто так хочет? Кто готов упорно строить бизнес ОЭР и не сдаваться, несмотря ни на что? Большие молодцы, я вам это желаю. Я уверен, что у многих из нас, кто в этом зале присутствует, вот эта цифра в качестве дохода будет гораздо раньше, чем через 22 года. Ну и сейчас мы с ним недавно буквально-таки общались. Он опять подтвердил, что у него в районе 20 миллионов рублей в месяц доход. И что самое интересное, он узнает, куда деть эти деньги. То есть это тоже очень важный момент. Если вы знаете, куда эти деньги потратить, вы, соответственно, найдете способ, как их заработать. Ну, всем этот способ известен, компания ЛР. Вот. И в этом вам помогут кто?
ваши наставники, те люди, которые вас заспонсировали, те, кто с вами постоянно в этой среде находится, те, кто вас развивает, и те, кому по ритме есть место, мне кажется, это вообще, в принципе, онлайн-индустрия, компания Web, в частности, это единственное место, где ваше вышестоящее, скажем так, руководство, ваше начальство заинтересовано в вашем скорейшем развитии. Я все своим партнерам, своей командой все время говорю, слушайте, если вот вы ставите меня все просто платиновидные организации, я буду самым счастливым человеком в мире, серьезно. И поверьте мне, люди в это верят, они это чувствуют, потому что я говорю совершенно искренне, и они шевелятся. У меня так лидеры сейчас начали расти, как лидер привет. Ну, у вас есть потрясающая среда развития «Престайл 21», это все мы, это мы открыты, мы готовы вам помогать, мы готовы с вами делиться практическими советами, опытами, всегда, когда вы этого захотите. Ну и, естественно, наша компания, которая вас будет поддерживать от самого первого шага в ней до того момента, пока он будет свою персональную звезду на аллее звезд улавливать. Потому что дальше уже вы все точно прекрасно будете знать, как нет. И вот, почему ВЛР? Почему каждый из вас ВЛР уже, я думаю, ответил на себя на этот вопрос? В принципе, я про меня, если говорить, это все про меня. Серьезно, это все про меня. Но главный момент, который я буду заключать, Игорь, который я здесь отметил, возможность передать бизнес по наследству. Свободные графики, я совершенно ленивый человек, я не люблю вставать рано, но мне сегодня вообще была катастрофа опять ехать в офис к 11 утра. Раз. Ну да, на 2 недели можно это, конечно, делать. Что еще? Здесь все про меня. Я получаю этот процесс, я люблю то, что я делаю, и вам тоже это советую. Тогда, когда вы это делаете с любовью, поверьте мне, это взаимность, она просто вот моментально вас захлестнет. Если кто-то поднимите руки, то сегодня вообще первый день. Че? А, есть. Слушайте, кто вас пригласил, обязательно обратитесь к этим людям, если вы довольны и счастливы и получили кайф от этой презентации бизнеса. А вы получили кайф? Да. Поаплодируйте тем, кто делал эту презентацию. С кем, кто вас пригласил сегодня на встречу, обязательно начните этот бизнес, обязательно начните обучаться, получать практически уже навыки непосредственно в этом деле. Поверьте мне, возможно, через год как раз и вы будете здесь стоять и рассказывать репутацию бизнеса кому-то из своих партнеров. Спасибо огромное. Ну давай поаплодируем. Давайте поаплодируем Насте и поаплодируем Роме. Практический опыт. Никакой воды, реально только факты, потому что у людей есть результаты, они рассказывали о том, как они к ним пришли. Но самое главное, чтобы вы поняли, как вы придете к этим результатам, опираясь на вашу жизненную ситуацию. У всех она разная. Кто-то работает на работе, любимый либо нелюбимый, кто-то занимается воспитанием детей, кто-то запустил свой традиционный бизнес и влил туда энное количество денег и теперь хватается за голову. У всех абсолютно разные истории. Но однозначно, что прийти к результату можно в любой из них. И следующий спикер расскажет о том, как он, она, придя в наш бизнес абсолютно без опыта ведения предпринимательства, с большим багажом семейных обязанностей, смогла научиться, сделала правильные действия в определенном количестве и вышла на серьезный уровень дохода, получила от компании много того, что мотивирует вас, глядя на эту презентацию. Давайте встретим нашего нового младшего лидера группы Елену Макаренко. Я попала. Мы так часто говорим, это мамочка четверых деток. Вот давайте отдельно поаплодируем. Новый лидер в нашей команде. И еще также очень благодарна этому человеку, всегда искренне. Вот такой добрый, искренний человек. Вот иногда кажется, что таким людям, вот бизнес и такие люди, это не совсем совместимо. Но вот вам пример, когда можно с открытым сердцем, с душой строить, всегда всем отдавать хорошую энергию, добро. Елена Матушка, вот мне тоже всегда хочется, чтобы вы это знали, потому что это просто уникально. Вот спасибо, Лен, что ты у нас есть. Спасибо. Так, меня не знают, вот буквально пару слов скажу о себе. Я в этом бизнесе год, да, многодетная мама, четверо детей, 10 лет сидела с детьми, занималась домохозяйством, муж обеспечивал, мне, в принципе, не нужен на тот момент заработок, мне хватало, вот, дети росли, естественно, росли запросы, я понимала, что у меня стали задачи, не проблемы, а задачи, думаю, надо что-то думать и как-то дальше развиваться, потому что я понимала, что там, где служит муж, ну да, там есть, конечно,
скажем так, служение зарплату, мне нужно ей платить зарплату, есть там требы какие-то, но это не те деньги, да, чтобы обеспечить себе многодетную семью. Поэтому я молилась, да, был запрос всего Вселенную, и, естественно, когда это идет от души, запрос такой, то, естественно, приходит ответ. И был у меня запрос такой уникальный, не то, что уникальный, просто я определенно ставила фильтр, да, что мне конкретно хочется. Мне хотелось, чтобы это было удаленно, потому что я понимала, что я не смогу покинуть детей и спокойно идти в офис, где-то там сидеть определенное время. Мне нужно было, чтобы это было удаленно, чтобы это было удобно, когда я захочу, где я захочу и сколько я захочу времени этому уделять. Вот. И поэтому мне пришел запрос, именно ответ на мой запрос, именно то, что я хотела. Мне пришло предложение из контакта в соцсетях о том, что есть такое уникальное предложение быть партнером, стать партнером компании ИЛР. И, в общем-то, когда я рассмотрела предложение, я поняла, что ну вот оно. Это то, что я хотела. Неограниченные возможности, да, доход. Тогда, когда я хочу, где хочу. То есть я это рассмотрела очень быстро, потому что я была к этому уже готова. И сразу поняв, что нужно сделать, а так как я хотела сразу стать ключевым партнером, а это нужно было сделать за 50 баллов, я думала, где взять деньги. Вот, я стала, да, потому что, ну, естественно, своих денег нет, муж обеспечивает, а муж, он очень к этому относится прагматично, он вот каждую копеечку, вот прям, если дает, допустим, заправку, да, то он дает конкретно прям, чтобы на заправку ушло. И я умудрялась оставлять какие-то деньги за кусочек, да, чтобы мне в карман ушло. Вот, и, в общем, так вот, таким образом я собрала за полмесяца, я 13 июля пришла там в том году, насобрала, значит, эти 200 баллов, даже лучше 300 около 300 баллов я набрала, чтобы понять, что за продукт. Потому что я понимала, чтобы рассказывать дальше, нужно, естественно, все это испытать на себе. Как работает? Ну, думаю, ну сейчас все, куплю. И как раз у нас состоял отпуск, и в августе мы поехали вместе всей семьей в Крым, я набрала тогда аптечку, гели, ну то все, что вот все наши флагманы, да, я взяла с собой, думаю, ну все, сейчас буду там мазать, брызгать, все что угодно, проверять на детях. Когда я проверила, я поняла, что это круто, это супер. Приехала домой, устроила презентацию с магазином мамочкам, я состою в этом обществе, и стала рассказывать с такими глазами, вот, естественно, у меня пошли покупки. Вот, я потом, не стала, личный оборот был и 600 баллов, и 700 баллов, и 1000 баллов у меня было, вот. Значит, какое-то время мамочки немножко так подвяли, типа того, что это очень дорого, вот, они так все пользуются гомеопатией, и, в общем, у меня как-то не пошли продажи. Я стала дальше думать, что делать. Вот, развиваться в соцсетях. Ну и, как мне говорила Саша, что это будет долго. Я 3-4 месяца развивалась в соцсетях. И команда у меня появилась через полгода. Вот, и здесь, развиваясь еще до того в разных тренингах, я поняла одну вещь, что здесь, конечно, нужно все делать с верой. Ну, вера для меня, конечно, не вопрос, потому что я верующий человек. Я, ну, вы сами знаете, да, что если там человек доверяешь, то в принципе ему веришь, да, я тоже самое верю тому, что, допустим, где-то могут там писать, да, у меня была немножко волнуюсь, простите, такая тема, просто она. Значит, что мне помогло? Давайте я уже эту тему закрою, конкретно про меня, просто что мне помогло? В первую очередь, это нужно принять решение для себя однозначно, вот сразу. Бесповоротно, что я здесь навсегда. Вот я для себя это сделала решение, что я здесь вот навсегда уже. Что бы ни случилось, какие бы ни были препятствия, а они сразу начались буквально. Вот, я думаю, все, я иду до конца. Вот это мне помогло обрести внутренний такой стержень, что я все добьюсь. Вот что бы там ни было, какие там будут волны, житейское море, там все, просто я все пройду. Вот, второе, это быть в тандеме с наставником. Обязательно. Моим наставником стал Роман Зинченко. Я его с одним и другим. Сейчас достаю уже меньше, потому что уже есть свой определенный опыт. Сейчас больше делюсь тем, что со мной происходит, как я развиваюсь дальше. И благодаря этому, то, что я с ним делюсь, он, в общем-то, сказал, говорит, Лена, твоя тема, ты сегодня расскажи, как ты вообще добиваешься успеха. Насколько я поняла, что этот бизнес, в этом бизнесе очень важно иметь именно собственную мотивацию. Не кто там будет мотивировать, какой наставник, да, но это мероприятие, ну сколько там этого мотивация продержится, ну несколько дней, допустим, да. А вот когда начинаешь двигаться, да, когда ты встречаешь эти все вот эти, ну, отказы, да, их это будет очень много.
Вот, сопротивление дома. Вот, у меня муж первое время говорит, что это секта. Вот, говорит, я буду тебе прилагать усилия для того, чтобы тебя оттуда вытащить. Вот, и когда я блефанула, сказала, говорит, ну хорошо, 20 лет вместе живем. Говорю, хорошо, тогда мы разводимся. Четверо детей. Денег нет. Я просто блефовала. Но он настолько не ожидал, потому что я никогда такого не говорила. То есть у нас все было мирно, дружно, и вдруг я говорю, все, разводимся. Он так челюсть отвисла, говорит, ну ладно, хорошо, я буду смотреть, что с тобой дальше. Он просто начал наблюдать, а мне это было важно, ну, по крайней мере, мешать не будет, а там уже, думаю, мне 10, а мне 10, говорит, мама, получишь машину, увидишь папа, все изменит свое отношение. А я понимаю, у нас, скажем так, в православии говорится так, что младенцев уста, младенцев глаголит истина, да, и я всегда в этом вот, к этому придерживаюсь. Мой Миша, дети говорят правду, то есть у них нет этих блоков каких-то там, да, то есть они то, что говорят, они, вот оно действительно вот сверху идет вот этот посыл, да, и они говорят, я этому верю. И когда мне сказали, говорят, мама, ты получишь машину, папа изменится, я в это верила вот просто вот так вот, то есть вот эта вера, она меня ведет постоянно. И я верила, думаю, все, я получу машину, и я действительно, муж изменит. И когда я получила машину, и ему позвонила, говорю, встречай нас, он открыл ворота на свой дом, вот открыл ворота, у него глаза вот так вот открываются, раскрывается улыбка. Вот, и когда мы сказали, представляешь, ты можешь эту машину изменить, я говорю, еще 5 доверенности, кому я могу предложить эту машину водить. То есть я могу это сделать. Он говорит, я могу машину водить? Я говорю, конечно. Он меня сразу забрал. Я поняла. Давай так, не пишем мужчина. Я поняла, что да, просто я стану лидером. Меня говорят, дети говорят, мама, ты... Она говорит, мама, мне сейчас сын так говорит. Мама, знаешь, ты же Тигуан получишь, а я еще пока только вот получила, да, буквально в июле. На годовщину с прихода в ЛДР я получила машину, это был подарок. Вот, а это была целая история, почему я машину вообще получила. Вера, да? Вот что такое вера? Вера – это то, что мы действительно принимаем, вот как дети все, да, на веру. Как я сказала, у меня не было вопросов верить, не верить. И когда я в феврале вышла на фаст-трек, получив, ну, пройдя все вот эти вот то, что младший менеджер, да, фаст-трек, то есть я буквально влетела в выходящий поезд, да, то есть у меня был последний месяц февраля, когда я могла попасть в фаст-трек. И я просто стала писать аффирмации, что я младший менеджер, у меня белая машина от компании, у меня такой-то доход. У меня столько-то народу. То есть я это писала, и я радовалась тому, что у меня это есть. Понимаете? То есть, что мы такое есть? Просто тема такая очень большая, я хочу покороче. Как говорят, здоровье. Мы то, что мы едим, да, а вот именно в этом, в ментальной физике, да, это ментальная физика, это квантовое поле, все что угодно, как хотите говорить. Мы то, что о чем мы думаем. Мы. Вот то, что мы, да, внутри, наша мысль – это причина. А вот то, что вокруг нас – это следствие, то, что мы создали. Это должны все понимать. И поэтому наш бизнес, вот у меня, честно говоря, я в православии 30 лет. И вот только сейчас, когда я в ЛДР, у меня многие вот эти картинки, которые в православии нам, какие-то догматы там, они сейчас пазлы складываются. Только сейчас начинаю понимать, понимаете? Для меня просто вот уникальность. То, что как вера, да, как это все, просите, дастся вам. Я не понимала, а сейчас я понимаю, как это. То, что вера может двигать горы. Действительно, вот эта вера, вот мне сейчас, честно говоря, я просто чувствую, что я двигаю горы. То, что я пишу, оно исполняется. И знаете, мне даже не важно. Вот главное не привязываться к результату. Да? Вот просто писать, и в это веришь, что это будет. В варианте. Как сказать, в пространстве вариантов все уже есть для вас. Ваша задача только это принять и дозволить это иметь. Понимаете, это важно. Вот, я когда вышла на младшего менеджера, я попала как раз, как я по запросу писала, что я видела машину от компании, да? Я попала как раз на акцию Polarace, 3 месяца, февраль, март, апрель делаешь, получаешь машину. Я думаю, не про меня, потому что младший менеджер, ну, все полгода наш бесплатно, а потом надо будет платить арендную плату 15 тысяч в месяц. Думаю, я сделаю много, тогда потом буду машину брать. Вот, и
как мне наставник мой говорит, когда ты идешь на какой-то бизнес-день, ты поставь себе задачу, что ты хочешь от него получить. Мотивировать меня уже не надо, потому что действительно у меня дети мотиваторы. Вот я хочу им сделать все, что они хотят, я хочу, чтобы они все это у нас в жизни воплотилось. Я когда пошла на 13 апреля на бизнес-день, я думала, что я хочу получить, что для меня важно. И нам тогда сказали, я такой исполнитель, такой, как у меня мама такой всегда была. Я из обычной семьи, из рабочей, да, у меня мама 27 лет работала на заводе, она просто вот исполняла. И вот она мне предложила тут трудоспособность такой, что вот мне сказали, я сделал. Мне Рома сказал, что, ну и кто там сказал из лидеров, что нужно обязательно фотографироваться с теми лидерами, кто у вас ведет презентацию, что нужно посты делать. И я ходила, искала этих лидеров, кто у нас ведет всякие презентации, чтобы с ним фотографироваться. И мне захотелось, мне очень симпатичны много наш лидеров, один из них это Люда Маркова. Я думаю, сейчас Люда Маркова сфотографируюсь, вот, и мы еще так пообщаемся, я подхожу к ней. И вот настолько запрос ваш, да, посыл был уже, что я хочу от этого бизнеса. Она говорит, а ты какой квалификации? Я говорю, наш менеджер. Она говорит, машину берешь? Я говорю, нет, не беру. Она говорит, ты чего не берешь машину? Ты бизнес свой тормозишь. Я стою, у меня как жетон провалился. Думаю, елки-палки. Надо брать машину. И я совершенно даже, знаете, вот как важно, просто верить и делать. Потому что когда вот, знаете, вот мозг, вот, поверьте, мозг вот всегда вам говорит, ты чего? Вот он, у него нет мозга нашего, да, у него нет новых каких-то идей, да. То есть он проецирует то, что у нас был опыт. Опыт, как правило, негативный, да. И вот, естественно, он хочет нас защитить. И поэтому он будет постоянно посылать мысли о том, что да ты чего, а все-таки это страшно, потому что, а вдруг ты не вырастешь. И это, вот эта борьба будет постоянно идти, поэтому нужно отключать мозг. Просто идти и верить, что это будет, и писать. Вот я каждый день пишу себе аффирмации. Причем не просто аффирмации пишу, я пишу с благодарностью. Знаете, что такое техника? Кто пользуется благодарностью? Поднимите руки. Ну, шикарно. Да, вообще с вами просто. Вот техника благодарности – это вот мощная такая техника, которая действительно притягивает вашу жизнь все самое лучшее. То есть большинство на сегодняшний день каких-то миллионеров, миллиардеров, успешных людей, мудрецов, они всю жизнь испокон веков использовали технику благодарности. Потому что это мощно. Вот я, знаете, я верующий человек, она все время говорит, благодарите за все. Я думаю, за что благодарить-то? За всех благодарить? За то, что происходит вообще в жизни, там, то, что у меня денег нет, там, то, что еще чего-то. А вот придя в ЛР, я поняла, что вот эту технику благодарности, я поняла, насколько это важно. Я именно здесь поняла в ЛР. Вот знаете, для меня православие и ЛР – это просто параллели идут. Пазлы складываются. Вот, мне президент наш, Генри Герман, в одном посту написал, очень здорово, что наш бизнес переходит к христиане. Вот, у нас, говорит, с тобой большая работа. Нести христианский мир, именно вот наш бизнес, потому что, на самом деле, к сожалению, православие настолько зашурено. Вот, и вот даже моя женщина, вот моя, вернее, простите, что это сумбурно, потому что на самом деле очень такая, у меня много было, у меня вот за этот год пришла какая-то трансформация. У меня мой парикмахер, который меня знает 30 лет, она говорит, Лена, ты настолько изменилась за этот год, я говорю, хочу к тебе в партнеры. Вот она мне просто подписалась. Вот просто я не говорила ничего, просто, ну, я рассказывала, там классные продукты, там то все, но я не звала, она говорит, просто глядя на тебя, говорит, просто настолько ты изменилась. Какое-то время была, говорит, зашуганная, такая вся длинная юбочки, вся такая, платочки там вся. И потом, говорит, ты просто пришла в ЛР, ты, говорит, стала просто раскрываться. Я поняла, что когда я в ЛР, тот потенциал, который у меня был всегда по жизни, да, я его, не то, что у нас какая-то вера плохая, просто многие люди никогда не воспринимают ее, а уходят в внешность, понимаете? А у нас вообще, я не пропагандист, я не собираюсь устроить какие-то там эти проповеди, просто я... Здесь ЛР поняла, что действительно это наша религия моя православная, религия радости. А многие люди, когда приходят, они считают, что это все внешние атрибуты. На самом деле, вот эта благодарность, это, которая нам, в принципе, говорит, благодарите за все, она просто вот, меня просто двигает, и я расту в бизнесе, понимаете? Я с благодарностью пишу, буквально. Благодарю за то, что, допустим, у меня есть машина такая-то такая. Хотя у меня еще не было этой машины, я просто писала каждый день. Писала благодарность, я счастлива, благодарна, потому что то, что вы хотите иметь, просто пишите это и радуйтесь
чувство должно быть радости, что вы это уже имеете, понимаете? То есть, и по закону притяжения, верите в это или не верите, вам будет притягиваться в жизни. То есть я пишу то, что я хочу. Понимаете, да? Да, спасибо. Я пишу, что я младший лидер группы. Я вот, кстати, в Кроме-Чак уже несколько скринов посылала то, что я таким образом выиграла поездку в Грузию. Год назад я была в Грузии, и мне вот очень захотелось, думаю, классная страна, хочу через год сюда вернуться. Вот, и придя в ЛР, я стала, когда практиковать информацию, я стала писать, что я среди тех трех победителей, которые летят в Грузию. Я там-то, 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 с тем-то, с тем-то. Вот, то есть я была 100% уверена, что я там буду. И когда прошел розыгрыш, и мне Рома звонит и говорит, Лена, ты выиграла Грузию, я не удивилась. Я говорю, я знала, что... Я удивился. Да, потому что я писала. То есть я была 100% уверена. Вот, то есть, если вы хотите что-то, вы просто пишите с верой. Неважно, ваш мозг будет сразу сопротивляться. Говорит, а как ты это достигнешь? А неважно. Просто верите. Просто верите в то, что это будет. Оно уже есть. Там, понимаете, через у Вселенной все для вас есть. Просто вопрос в том, что у нас блоки стоят с детства. И мы не пускаем туда. Если мы откроем, как сказать, поток энергии, да, вот, то просто будут такие происходить чудеса в вашей жизни. Это вот Грузию я притянула, да, потом вот притянула то, что я хотела узнать про машину, да, то есть я этот блок. Как только я поверила люди, да, что я точно. Тогда сразу, после этого бизнес-дня, я сразу написала в компанию о том, что я выполнила условия программы, хочу заключить договор. То есть я сразу просто поверила, и по этой вере я сразу вот, решила взять машину. Сейчас я в машине тоже скажу, что мне делать. Да, она свет. Она белая у нее, точно. Да, свет, я тоже, я знала, что на этой квалификации нельзя, ну, нет возможности выбирать, да, то есть. Ну, когда уже лидерские какие-то большие такие уровни, там уже можно. А вот на нашем, на первом уровне, то есть то, что придет. Вот, но я хотела делать. Я писала, что я имею белую машину Volkswagen Golf от компании Лера. Писала, даже прописывала, когда. Вот я получила, у меня ошиблась буквально на месяц. Я написала, в июне получила. Вот, это вот еще такая вещь. Так что я вам сказала про благодарность. Да, значит, конечно, все это понятно, все эти премудрости, все эти волшебства, естественно, действия никто не отменял. Но эти действия должны быть с любовью. Вот если вы полюбите ваш бизнес, вот я лично люблю рекрутинг. Вот меня просто хлеб не корми, я могу целый день есть, я могу целый день сидеть рекрутироваться и общаться с людьми. То есть я просто, вот у меня кайфую от этого, потому что я люблю... Здесь с людьми общаться, да, люблю получать их отказы, да, иногда там присылают на три буквы, там еще чего-то было. Я думаю, но я всегда заканчиваю очень добрыми словами, окей, там, ну, желаю вам успехов. Но что-то всегда вот хорошее такое, то есть я всегда даже такому человеку оставляю дверь открытой, что окей, там, допустим, вы сегодня не готовы, давайте мы с вами задумаемся на моей странице, тогда, когда вы будете готовы, буду готова с вами пообщаться. То есть я всегда, вот, для человека, то есть я всегда посылаю ему такой добрый посыл. Вот, и мне это возвращается столицей. Вот, что еще? Как после машины у тебя дальше развивалась ситуация в структуре? Как ты младше вот это? Ну, менеджер, понятно, как ты младше это сделала? Младшего лидера группы? Да, ты же сейчас в этом статусе. Да, я открыла сейчас младшего лидера группы. Спасибо. Ну, так это все продолжение... предыдущего банкета, да, то есть я дальше же все продолжаю писать и в это верю, и мне дети говорят, мне уже Ваня, давай какие опции у Тигуана. Вот, поэтому я уже, то, что происходит с моей машиной сейчас, да, у меня постоянно прокалывают колеса, я понимаю, я вот сегодня поняла, что мне просто эту машину надо уже менять на Тигуан. Да. Вы знаете, что когда я пришла первый раз, приехала в офис на этой машине первый раз, то я в этот день получила 6 дырок в одном колесе и 5 дырок в другом колесе. Каким образом? Ух. Да, прокололи. Причем кололи, видно, этим шилом. Вот, мы с мужем выясняли долго, откуда, чего и как. Он сказал, это плена, так как это шилом, то это происходит достаточно долго. Поэтому, когда я приехала к маме на дачу в свекрови, у меня было колесо одно спущено,
Его, значит, заменили на эту, как ее, на запаску. Когда я приехала домой в загород, я приехала на втором диске. У меня второе колесо заднее тоже было на диске. И когда мы поехали это все ремонтировать, я позвонила, конечно, в эту, в нашу компанию, Александру Розееву, и сказала, что так и так. Вот, он говорит, ну, он не разобравшись, а я поверив, опять поверив ему, то, что у нас не расширенная каска, ну, вернее, я не знаю, что у нас расширенная, а думаю, ну, как он сказал, так и есть. Он говорит, ну, все, что связано с колесами, ты делаешь за свой счет. Я сразу мужу послала значит, ремонтировать колеса, вот, и там сказали, что в одном колесе 6 дырок, и в другом колесе 5 дырок. Все заклеили, вот, и буквально вчера у меня тоже собралась ехать в офис. У меня сын говорит, мама, у тебя колесо спущено. Я опять колесо, ну, думаю, ладно, уже думаю, не буду я через каску, это очень долго вызывать надо этого гаишника, там все это протоколировать, потом ехать в осад, ну, в каску, потом разбираться, думаю, ладно, я думаю, дырку заклею, ничего страшного. Приезжаю туда, у меня делают эту дырку, заклеивают, и потом вызывает меня и говорит, а вы знаете, что у вас там 6 дырок? Я знаю, я душу уже просто, ну, наверное, просто проколол, у нас там есть деревья, боярышника, там иногда падают ветки, прокалываем колеса, у меня было с другой машиной то же самое. Вот. Нет, это не снизу, это между теми дырочками, которые у вас есть, еще одна дырочка есть. То есть это опять прокол. Вот, я для себя поняла, что просто надо менять машину уже на Тигуан. Блин, надо менять дом и соседей. Ну, наверное, на самом деле там с забором и потом все закрыто. Или найдите этого соседа, который завидует или что-то, вот приглашайте сюда, пусть она будет помочь успокоить. Я думаю, да, там, в принципе, есть кому завидовать. Лен, я поддерживаю. Меняй жилье, меняй соседей. Я уже пишу, я уже прописываю. Я прописываю дальше, что у меня свой современный дом с панорамными окнами. Что я имею как минимум Тигуан. В общем, я это все уже пишу, это уже в процессе, да. Запустила. Дети меня на самом деле поддерживают в этом плане, они уже все на меня уже Тигуан выбирают, там соусы никакие. Вот. Так, что я хотела сказать. Значит, действительно, дети никто не отменял. Естественно, дети должно быть много, но с каким посылом, да? Это обязательно должен быть позитив. Потому что если мы хотим получить то, что мы хотим, то обязательно нужно этому радоваться заранее. Да? Вот кто читал книжку «Тайна»? Вот, эта книжка «Тайна», она моя вообще, скажем так, настольная книга. И мы все прекрасно знаем, что прочитав один раз, бывает так, что что-то не уложилось. Да? Вот она у меня уже больше полугода является моей книгой. Настольный, и каждый раз ее прослушиваю в аудиоформате, потому что все время за рулем, долго нет почитать. Вот, я ее прослушиваю в дороге, и каждый раз я открываю что-то новое. Вот, на сегодняшний день я эту книгу уже, ну просто вот все, с ног до головы я уже проштудировала, и следующая моя книга, которая была предложена в этой же книге «Тайна», это «Мастер. Ключ. Исполнение желаний». Вот, так что я буду дальше в этом продвигаться. Действие, в первую очередь, обязательно, только с посылом, именно позитивным, потому что вообще наш бизнес, он такой волшебный, начинаем все с головы. Вот все надо с головы начинать, то есть мышление, пока мы не поменяем мышление, у нас будет много действий делать. Знаете, вот некоторые просто пробивают стены, делают много действий, а ничего не получается. Вот, я делаю меньше действий, просто у меня дело в меру того, что у меня там еще есть свои семейные обязанности. Поэтому я делаю меньше, но результаты больше. С тем, кто делает много действий, с тем, кто... Я считаю, что на одинаковом уровне. Потому что важно все в голове. Обязательно надо в голове все изменить. Вот когда вы начнете менять в голове все свое мышление, да? Если негативные мысли, вы вот, допустим, вечером, есть такое замечательное упражнение. Вы прожили день, да? Вот перед тем, как лечь спать, вы... Вспоминайте весь свой день, и все, что у вас было негативного, вы переигрываете на позитив. И тем самым делаете посыл на следующий день. У вас уже следующий день, он уже позитивный. Понимаете, вот с этим посылом. И вот благодарность нужно вот каждый день благодарить, ну, не знаю, миллион раз. Вот встали, ногу опустили на пол, благодарю. Вот пошли умываться, благодарю. Вот я, знаете, вот у меня когда муж, мне вот, как говорится, палки колеса вставлять, я благодарна всех, вот, встаю в душе и говорю, я счастлива, благодарна за что мой прекрасный муж. Вот знаете, вот я это постоянно говорю, целый день я говорила вот это, и я просто чувствовала, что я наполняю свой просто вот с космоса шла энергия,
Я вот просто чувствую, что я как цветок расцветаю. И вот это вот, оно идет, изливается вокруг. И у меня муж давно очень, так 25 лет, и, в общем, разные были обстоятельства жизненные. Вот, мы уже так друг к другу привыкли. Вот, он мне говорит: Лена, а тут смотрю, он мне стал Леночка звать. Леночка. Вот. Я думаю, работает мой отец по благодарности. Вот, и сейчас он практически меня на руках носит. Вот, так что вот эти техники, они всегда работают. Да, то есть вот что вы хотите, то и говорите себе раньше, и этому радуйтесь. Понимаете, и то, что вы радуетесь, вы запознаете Вселенную, что раз вы благодарите за это и уже радуетесь, значит, вы это получили. А Вселенная только остается, ну что делать, значит, раз ты уже это имеешь, значит, держи материально. Понимаете? Вот это на самом деле работает, проверено уже на мне просто. У меня, как только получила машину, да, я думаю, мне хватит там полгода вырасти. Ничего подобного. Я в июле получила машину, в августе я менеджер, в сентябре я МЛД. Если все работает, с любовью делать наш бизнес, действительно, это уникальный бизнес. Вот, настраивается на позитив, квантовое поле, да, квантовая физика, верим, не верим, это все работает. Лично для меня это действительно очень яркий такой живой пример. Это тот человек в моей команде, который мне лично доказал, что все мои предыдущие догадки, они реально делают большие чудеса. Почему много раз Лена сказала, что вот ты если веришь, то ты это получаешь. Дело в том, что мозг — это такая хитрая штука, он не различает, что происходит на самом деле и что ты себе в голове выдумал, если ты чувствуешь. Если у тебя есть эти чувства, то есть для него это все одно и то же. Если ты себе говоришь, допустим, там ситуация с супругом, да, у меня там самый прекрасный, замечательный муж, если ты начинаешь это ощущать, прям вот на уровне кожи, прям вот до мурашек, то мозг воспринимает это как реальность и начинает просто все обстоятельства притягивать в твою жизнь, чтобы это реально произошло. И так же самое, то же самое в бизнесе с новыми партнерами, с товарооборотом, с получением автомобиля определенного цвета и так далее, и так далее. Лен, большое тебе спасибо за эту прекрасную историю. Сейчас понимаете, да, те, кто недавно в бизнесе, MLG, это младший лидер группы, это товарооборот команды минимум уже 500 000 рублей в месяц, это чек 72 тысячи рублей в месяц. Автомобиль, который стоит почти 900 тысяч за бесплатно. Да, или даже там чуть больше. И путешествие в Германию, в сердце компании. Я пишу уже сколько-то времени, пишу, что я лечу в Германию, что я лечу лидерское путешествие в Таиланд. Ну вот оно все притягивается. Лена, у тебя большая просьба, напиши, Антон, придет и сделает. Не прикладывай свою ответственность. Есть одно «но», оно должно сходить из себя. Да, извините, стоит. Так, у меня к вам вопрос. У нас еще две части. Либо мы делаем сейчас 10-минутный перерыв, либо мы просто нон-стопом перебираемся дальше. Кто за перерыв? Кто за то, чтобы нон-стопом двигаться дальше? Кто воздержался? Кому их нет? Просто смотрите, если кому-то надо выйти, то вы можете, в общем-то, смело, спокойно выходить. Я просто знаю, что после перерыва еще минут 15 минимум, потом все только подтягивают. Нет, а потом понимаешь то, что интересно. Не надо перерыв, да? Или сейчас Давайте тогда перерыв, но только вы не уходите надолго в покупки. Десять минут. Через 10 минут встречаемся. Ну что, сумбурно получилось, да? Да надо. Ребят, назовите там, кто есть в зале. Друзья мои, давайте мы на самом деле будем уже продолжать с вами, все расставились на места, потому что сейчас очень важная следующая будет тема. Готовьте ваши ладошки, потому что начали подходить к приятному на самом деле момента, прежде чем идем к серьезному разговору, момент будет приятно. У нас замечательное признание, да, Роман? Да, у нас замечательное признание.
кому будем признавать, кому будем оплатить? Сейчас выберем. Отлично. Тогда начинаем считалочку на втором крае, поехали. Давайте, в сентябре же мы все работали с вами, да, кто подъемлет? Кто работал в сентябре, кто очень хорошо работал. Я еще не успел включать в сентябре. Вот смотрите, у нас есть такие статусы в компании LR. Кэшбэк и статусы. Кэшбэк — это уже выплата по маркетинг-плану. 3, 6, 9, 11%. Бонусный уровень. Да, бонусный уровень. Да, и вы получаете уже деньги. Вот. И получается, что те, кто выше на 3%, сделал 250 баллов впервые в сентябре, мы уже вас хотим поздравить и похлопать. Есть в зале такие? 3%. О, поздравляю! Давай! Вы умничка, это первый прям уровень. Не, я просто хотел сразу спросить, я может в зале не знаю, что такое 3%? Это 250 баллов. 250 баллов. Что было наоборот 250 баллов? Впервые. Первый раз. Вот, еще. О, давайте посмотрим. Вы получите 3%. Вы знаете, что в компании LR и вообще в нашем бизнесе остаются люди, даже получив уже небольшие деньги в самом начале. То есть они уже деньги начали зарабатывать, да? То есть 300-500 рублей, но это уже заработок. Ну, оборот небольшой, соответственно, и деньги небольшие. А кто сделал 500 баллов впервые в сентябре и вышел на 6%? Есть такие? Так. Хорошо, значит, есть 1000 баллов и 9% получают от компании. Кто в сентябре первый раз? 1000 баллов в сентябре, ребята. Первый раз. А кто сделал 2000 баллов, получает 11% в сентябре впервые. Так. Кто сделал 14% и вышел на младшего менеджера и автопрограмму в сентябре? Поздравляю! Давай. Что помогло? Ну, во-первых, у меня есть цель, да, у меня была цель, а программа, это очень помогло. Вот, то есть, например, у меня сейчас своей машины нет, а я более 15 лет за рулем, и как-то без машины очень комфортно себя чувствую, просто нельзя упускать такой шанс. Вот, и прописанные цели на бумаге, вот как Лена всем рассказывает, да, то есть цели-желания, да, вот так я их называю, и... У меня есть два огромных мотиватора, это мои дети. Ну и плюс ежедневные действия. Да? То есть у меня не было ни дня, чтобы я там, ой, сегодня я не буду делать звонки, у меня нет настроения, потому что дождь. Вот. Такого нет. Да? Катя, скажи, сколько у тебя действий? Сколько действий, скажу? У тебя много действий, я знаю. Встреч, у тебя много действий. Сколько встреч? 200 с чем-то там. Вот. Больше 200, да. Главное делать и хотеть, все. Больше все просто. Это гениально. Иметь желание, намерение и большое количество действий. В любом случае это приведет к результату. Катюш, молодец. Тебя поздравляем. Так. А кто вышел на 16% с оборотом 8000 баллов в команде впервые в сентябре и стал менеджером? Не стала, но вышла. 16%. Выходи. Все надо растет. Ты умница и машину скоро получаешь. Представьте, из какого города и что помогает. Меня зовут Анна Кулина, я из... Как вам сказать это правильно? Вообще-то я тамбовчанка. Но сейчас со временем проживаю в городе Климовске. Ну да, я вышла на 16%, но у меня ничего не достало остаточного оборота, и я не менеджер. Но 16 я свои получу. А что помогает, Анечка, в работе? Три пункта основных. Моя команда. Они шагают вперед, а я думаю, что ж я их расставать-то буду. Вот команда — это прям вот реально это все. Это... Вот. Конечно, мои спонсоры, Таня, Настя. Настя машина, она меня прям очень сильно мотивирует. Да, вот это прям вот крутой инструмент. Несмотря на то, что меня вот отговаривали мои родные,
вот как Лена говорит, вот тут вот у меня. Я уже приехала, думаю, да, может, зачем она мне эта машина? Девчонка говорю, вот там своим подружкам, говорю, что представляешь, оговаривают меня от машины, говорят, что тебе под 70, а ты машину. Вот, и реакция не та, я уже сижу и думаю, то ли брать мне эту машину, то ли не брать мне ее. А уже все, документы, все в компании, все написала, все, все сдала, все. И ИП отдала, и все отдала. Вот она говорит, Аня, успокойся, это они тебе просто завидуют, бери машину, конечно. Все. Вот теперь тебе машина будет помогать, да, это такой пунктик. Я очень в это верю, очень в это надеюсь. Конечно, я знаю, что есть у меня друзья, вот такие, как Лена, Настя, Антон. Вот, я знаю, что они мне подскажут, помогут. Вот мой партнер здесь, Леночка. Они просто мои, все мои двигатели. И вот эта вот вся команда, которая здесь сидит, они тоже мои двигатели. Потому что я смотрю на них, значит, они что-то делают. А что ж я тут сидеть? Надо чаще приезжать до школы. А я, да. Еще, а молодец. Да, действительно, все спасибо. Да, мы в этом месте не упущу. Кто у нас новый младший лидер группы на уровне 21%? Все уже тебя знают, но еще три важных совета хотели бы, наверное, услышать, правда? Да. Значит, действительно, надо, еще раз повторюсь, это же помимо обучения, быть обязательно в тандеме с наставником, да, быть в тандеме со своей командой всегда. Всегда их мотивировать. И, ну, допустим, у меня Майя говорит, Лена, а тебе как ты позвонишь, я всегда готова общаться. Я говорю, есть минутка? Я говорю, конечно, есть. Так получилось, что у тебя общения нет детей, нет дома. Я всегда, потому что я когда в партнере, понимаю, что все, значит, все забыла, значит, вот его задачи мои, задачи, поэтому я стараюсь сразу партнеру взять время. Поэтому быть в тандеме с наставником, с командой, уметь себя мотивировать обязательно в любых ситуациях, да, чтобы не было ресурсных ям. Это может быть все что угодно, как я беру, да, я прописываю себе вот эти аффирмации, цели, которые я постоянно заряжаю, да, постоянно пишешь там, допустим, хочу там то, что я это умею, радуюсь, мне это заряжает. Вот, мотивировать и, ну, естественно, действия делать. Молодец. Малейшего достижения следующего карьерного статуса. Или через статус даже. Лидер группы, это такая промежуточная команда. И потом поделишься новыми своими озарениями, что помогает двигаться уже на такой высокой квалификации, когда вроде можно расслабиться. Мне дети говорят, мам, на какую квалификацию Тигуан получает? Я говорю, на лидер ориентации. А что надо сделать? Скажи, что просто получилось. Она говорит, мам, ты сделаешь. Так, выше, чем лидер группы, в сентябре кто-то был еще? На сентябре новый лидер группы, по итогам сентября. Если лидеров группы, лидеров организации, может, мы кого не знаем, нету, тогда мы как раз узнаем сейчас, как это сделать. Да? Нам Роман Зинченко, лидер группы, тоже потрясающий, всегда приезжает, пунктуально, это очень крутое качество. Пытается развлекать аудиторию. Да. Настоящий лидер, открытый, всегда тоже с душой ко всем. Слушайте внимательно, как всегда, от мужчин циферки, и считайте, умейте узнавать, откуда берутся деньги. Роман вам сейчас поможет по маркетинг-плану. Серьезно, разговор, друзья. Так, давайте, ребята, поехали. Сейчас мы найдем самый лучший фломастер для вас. Который не лучше нам выкинуть оттуда. Вот так, нормально. Моя тема про маркетинг-план и конкретно... Сколько денег и в каких ситуациях вас там ждут. Есть основные базовые понятия, которые хочу сейчас затронуть в самом начале. То, без чего вы просто потеряетесь уже на ближайших там, ступеньках карьеры, потому что не будете понимать, а что это, а как это. Поэтому это нужно знать. Значит, смотрите. Те, кто присутствует здесь, те, кто смотрит нас там, в записи или в прямом эфире, так как компания LR международная, то у нас весь оборот в
баллов проходит. Баллы – это универсальная единица, которая присвоена каждому продукту. Компания присвоила индивидуальное количество баллов абсолютно всем продуктам, которые у нас есть. И все те покупки, которые делают люди в России и во всех других странах, они сразу конвертируются в баллы. Поэтому у нас в личном кабинете нет такого, как там, рубли, или, может быть, там, гривны, тенге, евро и так далее. И у нас есть карьерная лестница по процентам, которая привязана именно к определенному количеству баллов. Значит, начинается это с 3%, дальше это по нарастающей до 21%. 3, 6, 9, 11, 14, 16, 21. Что это такое? Первое – это ваш личный кэшбэк с ваших собственных покупок. И это основа той математики, которая будет рассчитывать ваш доход от структуры. 3%. Давайте помогайте, включайте работу. Сколько это баллов? 250. Правильно. Дальше. 6. 500. От 500. 9. 1000. 2. Здесь у нас удвоение. 4. Абсолютно верно. 4000. 8. 12. 12. Молодцы, подкованные. А то. Теперь, когда мы с вами хотим понять, сколько мы денег заработали, да хотя бы даже с личного возврата, с кэшбэка или там со структуры, мы видим все в баллах, но мы-то покупаем хлеб и молоко за рубли, поэтому нужно понимать, как это все дело конвертируется. Я всегда считаю, вот сейчас с учетом уже повышения цен, которые были в начале года, с коэффициентом 37. Это коэффициент, который конвертирует оборот ту бонусную основу, с которой вам будет выплачиваться бонус. Поэтому она так называется – бонусная основа. И на любом уровне, если вы на 37 умножите, вы получите бонусную основу по вашему обороту, будь то маленький оборот. Вот те, кто стартовали недавно, вот смотрите, я скажу. У кого есть калькулятор, сейчас включите 250, умножьте на 37. Ну возьмем по антиэч, 10, 0, 85. Давай вот так вот. Как? 9,250. 9,250. 9,250 рублей. И вот если вы 3%, вы получаете 3% от вот этих 9,250. То 3% у нас по итогу прошлого месяца. Вот. Сколько будет? 277. 277 рублей. Это первый чек от сети. Ну, не от сети, а от бизнеса, да, пока ваши личные. Но все равно круто, потому что... Первый доход общий. Понятное дело, чем больше у вас оборот общий, то есть оборот ваш, то есть всех остальных ваших партнеров и клиентов, тем больше у вас будет возврат. А теперь смотрите, самая главная математика, как считать деньги от структуры. Понятное дело, что от своего там личного объема вы просто помножили, сколько у вас было баллов, на 37 взяли этот процент. А если вы кого-то подключили... Вот есть вы, и вот вы, допустим, подключили двух человек. Один сделал 3%, вот как вы, да, только стартовал. А другого подключили, может быть, 2 месяца назад, и там уже сформировалась маленькая команда, и человек вышел на 9%. Вот здесь нужно считать, как это все будет работать. Ну, здесь у нас будет 1000 баллов, давайте сделаем так. Я сейчас покажу, вот у вас 250 личный объем, пусть будет у нас 3, допустим, таких человек. Здесь будет тоже 3%. Это практическая задача. Смотрите, что мы делаем. Нам нужно понять, на каком из вот этих вот бонусных уровней находимся мы по общему объему. Рисуем в баллах. Вот у этого 250, вот у этого 400, а у этого, допустим, 1100. Понятно то, что я здесь рисую? Суммирую наши 250 плюс по команде. 2500 плюс 400 900 плюс 1100 2000. То есть у нас суммарно получается 2000 баллов. На каком уровне смотрим 2000 баллов? Вот они, 11%. Может на 37? 50 баллов, мы 11%. И вот она эта математика. Вот здесь нижнее поле видно всем? Да. Нижняя часть. Вот смотрим, нам нужно составить формулу, где будет разница вот этих бонусных уровней между нашим и нашим партнером. То есть мы берем, у нас 11%,
скобочку сейчас разницу рисую. Минус вот этот человек, это вот первая веточка, вторая веточка, третья. У него 250 баллов, у него 3%. Минус 3%, помноженное на его товарооборот, этого человека, общий, не обязательно личный, общий. Могло быть так, что он подключился, в этом месяце не сделал никаких покупок, но он подключил своего друга, и у него в глубине прошел оборот 250 баллов. Смотрим на общий оборот этих веток. 250 и умножаем на наш коэффициент 37. Посчитайте, сколько будет. 11 минус 3% у нас будет 8. 8% умножить. То есть 250 умножить на 37 умножить на 0,08. Да, что такое 8%? Это при умножении 0,08. Сколько это будет? 250 на 37 на 0,08. Вот вы там долго считаете слишком. 250 миллиардов, наверное, там забивается. У меня 740. 740? 740, да. 740 рублей. Вот этот принцип, разница бонусных уровней между вашим и вашим партнером, помноженная на его товарооборот общий и на коэффициент конвертации, она работает абсолютно для всех веток. Сейчас не буду просчитывать остальные, просто это как математика. То есть вы можете представить, что будучи на уровне, например, там 9 или 14%, каждый новый партнер, которого вы подключаете, приносит вам определенную сумму денег. Смотрите, допустим, вы младший менеджер. 14% равно младший менеджер. Представим, что вы уже здесь потрудились, вы создали оборот в 4000 баллов, вы младший менеджер. И вот у вас появляется какой-то новичок, который делает профессиональный старт 250 баллов. Вот для вашей позиции каждый вот такой вот новичок равно n-ной сумме денег. Делаем очень просто. У вас здесь 14%, у него 3%. Разница будет сколько? 11. 11, все верно, помножено на 250, умножено на 37. Посчитайте, если в рублях сейчас напишу. 250 на 37 умножить на 0,11. 1017. Вот как только вы сами стартовали на 3%, вы получили там что-то 300 там с небольшим рублей, да? Но когда у вас будет уже определенная квалификация, вы с каждого такого старта будете получать значительно больше. Вам просто нужно понимать, что помочь человеку правильно зайти в бизнес означает сделать не только ему хорошо, но и в свой семейный бюджет заработать определенную сумму денег. Это, например, если вы 14%, а если вы 21% уже процент, почему к этому надо стремиться? Вот вы 21%. И у вас также стартовал новичок на 3%, 250 баллов. Считаем, 21 минус 3 сколько? 18. 18. 18 умножить на 250 умножить на 37. 0,18 на 250 на 37, посчитайте. 3% нам дают 1017 рублей. Что там получается? 1665. 21%, 21% мы. 3% нового человека нам дают 1665. Видите, что за одну и ту же работу количество денег увеличивается. Чем выше вы по квалификации, тем больше денег вы зарабатываете за одну и ту же работу, что вы делали в прошлом месяце или в прошлом году и так далее. Давайте прочитаем прям конкретно одну из вариаций по структуре. Фаст-трек все знают, что такое? Поднимите, кто не знает, что такое фаст-трек. Кто не знает, что такое фаст-трек? Раз, два, есть такие люди. Объясняю. Для новых партнеров, которые только-только подключились в бизнес, действуют условия от компании. Если ты в первые 4 месяца с момента регистрации делаешь младшего менеджера, вот те самые 14%, то ты заходишь в программу, по которой тебе будут фиксированные выплаты эти. На вот этом уровне будет доход 18 тысяч в любом случае. То есть если ты сделал младшего менеджера, 18 тысяч заработаешь. Соответственно, что такое фаст-трек на младшем менеджере? Это две ветки, всего лишь две ветки, в которых суммарно будет 4000 баллов.
здесь в данном случае будет 14%. Личный оборот входит вот в эту сумму? Входит. Входит, входит. Кто за то, что входит? Так, кто считает, что не входит? Что, что, сумма веток или... Личный оборот в суммарный вот этот 4000. Входит, сейчас входит. Вы все прокачаны, молодцы. То есть здесь может быть разные конфигурации, 2000 и 2000, правильно, чтобы 4 было? Может быть 3000 и 1000. Ну, личный допустим, должен быть обязательно. Личный, естественно, там минимум 100 баллов он должен быть. К примеру, мы строим структуру, под которой формируется оборот 3000 баллов в одной ветке, и в другой структуре оборот 1000 баллов. Вот если смотреть просто по маркетинг-плану, как вот здесь вот я пояснял, да, вот эта разница в процентах, то когда мы посчитаем, здесь денег будет меньше, чем 18 тысяч. Но нам компания доплачивает до 18, потому что мы зашли в программу Fast Track. Это очень крутой вид бонуса, который позволяет прогнозировать свой бюджет, свои выплаты, понимать, что вы купите в следующий месяц, на что вам хватит денег. Потому что даже с двух веток вы зарабатываете 18 тысяч. Но давайте представим, что речь идет о старичке, который, может быть, год уже думал, а потом он активировался, все-таки он надумал. Либо человек просто не успел зайти на фаст-трек. Но в целом, как будет работать схема? Расчеты выплат. Вот я вам сейчас вот нарисую вот такое вот солнышко. И мы посчитаем. Здесь, допустим, будет 600 баллов. Здесь будет 100. Здесь будет 3000, здесь будет 2500. Здесь будет 1000. Так, сколько суммарно получается? 700, 3700, 5, 6, 200, 7, 200, да? Получается 7200. Так, отлично. И тогда у нас будет... 800. 800. А вот теперь давай посчитаем. Значит, определяем, кто мы. 8000 баллов. Если у нас здесь 8000 баллов, по нашей бонусной таблице у нас какой уровень? Менеджер. 16%. Сначала по процентам. 16. 16%. Отлично. Теперь давайте определим, какой будет уровень у каждого из наших партнеров. У 600 сколько? 6. Кто сказал 3? 6, все верно. 100? Нисколько. 0. Нет такой цифры, нисколько есть цифра 0. А, хорошо. 3000. 11. 11. Все верно. 2500. 2500. А, нет. Тоже 11. И 1000. И вот 9. Так, это первая ветвица, это вторая, это третья, это четвертая, это пятая. Давайте посчитаем, сколько мы получим с личного объема. Личный объем 800 баллов. Мы его умножаем на наш процентный уровень, 16%. Сразу давайте я буду переводить. 0,16. Понятно, что 16% при умножении 0,16, 3 это 0,03 и так далее. И умножаем на коэффициент какой конвертации? 37. 4736. Благодарю. Вот с этой ветки мы получаем... Ой, вот с этого. С этого объема, с личного, мы получаем 4736 рублей. Дальше идет первая веточка. В первой ветке у нас 600 баллов. 600 баллов. 10%. У нас должна быть разница. 10%. 16 минус 6, вот эти вот у него, дают 10, все верно. То есть мы умножаем на разницу в процентах, это 10%, либо 0,10 при умножении, 0,1, да, по-другому. И умножаем на коэффициент 37. 2220 рублей. Вот отсюда мы зарабатываем 2220. Второе, 100 баллов. У него сколько? 0? 0. Разница в процентах сколько 16. Будет? Абсолютно верно, 16. На его 100 баллов. Умножаем на 0,16. Понятно, почему 16? Да. Если кому-то что-то непонятно, сразу выкрикивайте, чтобы все моменты пояснили.
Потому что 16 минус 0 будет 16. Умножаем на 37. Сколько? Калькулятор. $592. Прекрасно. Третью я тут считаю. Давайте помогайте мне. У него 3000 баллов. Умножаем на сколько? 37 умножаем на 0,05. Верно. 16% минус 11 будет 5%. Значит, умножаем на 0,05. Умножаем на 37. Цифра? Нет, что-то круто сейчас. Калькулятор должен оплатить. 3000 умножить на 0,05 умножить на 37. Это китайский калькулятор. Отлично. Так, вот это вот ситуация четвертая. Здесь аналогично, только оборотность чуть другой. 2500, разница в процентах будет та же самая. Будет 0,05 при умножении умножить на 37. 4,625. Так, это четвертое и пятое. 1000. 16% минус 9 7. Будет 7, то есть 0,07. Значит, его оборот 1000 баллов умножаем на 0,07, умножаем на 37. 2,590. Отлично. Суммируем. Давайте просуммируем. 4736, 2220, 592, 5550, 4625 и 2590. 20313 рублей. Это что касается расчета денег. Еще есть такой момент, как квалификация. И квалификация, она опирается не только на общее количество цифр, но еще на некоторые условия. И эти условия очень важны. Их нужно прям вот, блин, запоминать себе. Вот если мы начнем с младшего менеджера, нам вот здесь вот суммарно надо 4000 баллов, да, чтобы был младший менеджер. Но если под вами есть 14% группа, то есть кто-то из ваших партнеров, с вашей помощью или без вашей помощи, неважно, он сам сделал 4000 баллов. Вы подключили Васю, а Вася пошел и сразу подписал еще 20 человек своих. И сделал 4000 баллов. У вас, да, квалификация 14%. Но для того, чтобы получить статус, нужен остаточный товарооборот. А остаточный товарооборот – это оборот, который остается после того, как мы закрываем глаза на сильную ветку. Закрыли глаза на Васю, нам нужен остаточный оборот минимум 2000. Тогда у нас квалификация младшего менеджера. То же самое, когда у нас речь идет, например, о менеджере. Про можно вопрос? Да. А если этот Вася, допустим, там пониже, а над ним еще сколько-то, то есть до меня, неважно. Но я имею в виду, Вася, это первый, который к тебе подключен. Первую линию. Твоя первая линия. Нет, она имеет в виду, допустим, вот здесь Лёня какой-нибудь, а под это ним потом, Вася. Это же другое. Снизу весь оборот поднимается наверх. И у своей первой линии вы видите цифру общего оборота. Дальше, вот здесь у нас аналогичная может быть ситуация. Здесь, к примеру, кто-то сделал 14%, тот же Вася, да, красавчик вот этот. Вот этот товарищ сделал уже 3000 баллов, и вы подключили еще одного человека, скажем, на 200 баллов он стартовал. А здесь вы сами сделали 250. Смотрим, 14% это может быть даже 5000. Сколько суммарно было? 5 плюс 3 плюс 200 плюс 250. 8,450. 8,450, правильно. 8,450. А квалификация какая?
Все равно будет младший менеджер. Почему? А потому что нет достаточного оборудования. Что значит нету? Он есть? Он есть, но не уровня младшего. Но он не уровень менеджера. Соответствует ли он условию? Да. Для менеджера остаточный оборот должен быть 4000 баллов. 4000. То есть мы опять же, да, мы закрываем глаза на сильную ветку, вот на эту, и смотрим, сколько осталось помимо нее. Вот здесь вот мы видим, что у нас 3450. Правильно? 3450. А должно быть 4. Поэтому мы выполняем лишь условия младшего менеджера. И когда вы делаете квалификацию, на которую завязан автомобиль, на которую завязаны какие-нибудь поездки, очень внимательно надо следить за этим показателем. Потому что в компании очень много примеров, когда люди, ну, не очень ответственно подошли к этому моменту, они вроде наоборот зациклились, что оборот больше 8000, к примеру, да, вот в этой картинке. Но до квалификации они дотянули и что-то потеряли. Поэтому имейте в виду, здесь 4000 остаток нужно, а здесь нужен остаточный оборот 2000. То же самое с младшим лидером группы. Значит, нам достаточно иметь 3 ветки, суммарно в которых будет 12000 баллов вместе с вашим общим оборотом. Но если у вас вот здесь 14% либо выше, если у вас вот здесь 14% либо выше, что значит либо выше? Не обязательно 4000, да? Это может быть и 6000 баллов. То вот здесь вам нужен остаток. Нужен остаток 4000 баллов, чтобы был младший лидер группы, да, МЛП. Чтобы был автомобиль, чтобы была поездка в Германию, чтобы был значок. А МЛП разве 4000 остаточно? Да. 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 То есть вот здесь, смотрите, здесь может быть даже вот так. Вот эта ветка сделала 6000 баллов, да, вот эта ветка сделала 4000 баллов. А вот эта ветка сделала 4, только 3. У нас вроде 13000 суммарно, да, мы как бы условия-то выполняем по обороту, но по остаточному обороту нет, потому что 4 должно быть, а у нас только 3. Почему 4? Просто если 8, то 4000. Если 4, допустим, младший менеджер 4000, а делаем остаточный оборот 2000. У менеджера 8000 делаем, а остаточный оборот делаем 4000. Да. А здесь делаем 12, а остаточный оборот почему-то. Так же 4 остается. По условиям компании остаточный оборот нужен также 4000 баллов. Это вам не заплатно. Одна ветка 12 тоже 4000? Если одна ветка 12, то также нужно 4000 баллов. Все. В любом случае, МЛГ это остаток 4000 баллов с тремя активными линиями. Активные линии, вот эти все ветки, которые я рисую, да, в которых больше 500 баллов, это называется активная линия. У нас есть условия для квалификации по общему обороту, по личному обороту и по количеству активных линий. Для младшего менеджера их надо 2, для менеджера их надо тоже 2 по маркетинг-плану, но внимательно следить за тем, чтобы остаток был, да? И для младшего лидера группы надо 3. Я здесь почему нарисовал 3? Потому что очень трудно, смотрите, если вот менеджер был бы вот такой, сейчас, чтобы вас не путать, я переключу. Менеджер это 8000. 8000 менеджер. Достаточно 2 ветки. Каких? Активных. То есть, чтобы минимум было по 500 баллов. То есть, если у вас здесь будет, к примеру, 4 и 4, суммарно будет 8? Да. Но нам тогда нужен остаток. Остаток нужен. Тогда не годится с такой конфигурацией. Если у вас здесь будет, к примеру, 3500 и 3500, сколько суммарно? 7. А если мы личку только 500 сделали, нам же не хватает? Нет. Значит, по идее, все равно нужно стараться здесь уже строить третью линию, чтобы добить до 8000 и с остаточным оборотом тоже, чтобы было все хорошо. С этим понятно? Кому не понятно? Можно две линии и вместе с остаточным оборотом на личке. Может быть, здесь 1000. Да, да, может быть, здесь 1000. Но это история людей, которые действительно умеют классно продавать. В общем, не все такие пока что, к сожалению. Так, хорошо. Примерно, чтобы вы понимали, к чему вообще можно прийти в ОЛЭ. Сколько зарабатывает младший менеджер, сколько зарабатывает менеджер, сколько зарабатывает младший лидер группы. Потом у нас идет лидер группы, потом у нас идет лидер организации, идет
идет бронзовый лидер организации, серебряный лидер организации, золотой лидер организации, платиновый лидер организации, вице-президент ВЦП и президент. Кто пришел сюда за маленькими деньгами? Поднимите руку. Кому достаточно 30 тысяч, вы успокоитесь, в принципе, на это. Кто пришел за большими деньгами сюда? Тогда нам вот это все надо просто проскакивать. Надо понимать, что это будет, но смотреть дальше. И когда мы смотрим дальше, мы рассказываем о вот этих первых небольших деньгах нашим людям, которые только приходят. Ведь неплохо, если мы человеку дадим возможность через год зарабатывать 70 или, может быть, 80 тысяч. Кто бы отказался? Они всю жизнь работают и зарабатывают примерно такие же деньги, но на это потратили 10, 20, 30 лет. А здесь, например, год работы. Вот в целом давайте берем конфигурацию маркетинг-плана с учетом фаст-трека, но, скажем так, в определенном диапазоне. Младший менеджер — это может быть доход 8-18 тысяч. В зависимости от того, какая ширина, сколько линий вы подключили. Если у вас всего две, и вы при этом не в фаст-треке, естественно, доход будет меньше. Поэтому где-то примерно от 8 тысяч рублей фаст-трек дает 18 тысяч. Менеджер — это доход, ну, также может быть где-то даже от 15 при маленькой ширине, да, или там до 36 тысяч рублей по фаст-треку. Младший лидер группы где-то 45, и вот до 72 тысяч рублей по фаст-треку. Я когда увольнялся с работы, моя квалификация была МЛГ, и тогда МЛГ или ЛГ уже. Не, наверное, ЛГ, да. Чек у меня был 80. Вот здесь примерно 60. Где-то вот так. У меня чек был 80 на лидере группы, когда я увольнялся с работы. На МЛГ я получал машину, доход был где-то как раз 45-50. Это вот просто обычные условия маркетинг-плана, когда ты там, допустим, 6 веток себе сделал. Сейчас заходите, если в фаст-трек, это самые выгодные условия, это самые большие деньги. И это гарантированный фиксированный выплат. Дальше. Сколько зарабатывает лидер организации? Ваше предположение. Ну, примерно где-то 120-150, может быть. Да, на минимум. 80. 70. Ну, 100. Ну, вот примерно, да, вот вы так и говорите. Где-то, наверное, вот с этой цифры мы будем продолжать. 80. Где-то, да. 150. Дальше. Бронза зарабатывает, соответственно, от 150, может быть, где-то до 300. Нормально? Да. Вот за этими деньгами уже стоит приходить? Конечно. Нормально. Есть кто мне, ну, кто мне может предложить другой вариант, где пойти и без вложений прийти к результату в 300 тысяч? Банки кредит. Можно как-то это покрутить сюда. А потом отдавать. Выжить как-то. Серебро от 300, ребят. Ну, от 300 до 500 примерно. Золото где-то 500-700, платина это 700, даже до миллиона, ну и так далее, да, вице-президент, президент это уже несколько миллионов рублей в месяц и выше. Когда людей зовете на бизнес, спрашивайте, что они вообще хотели бы сами. Не всем ведь нужны большие какие-то доходы. Кого-то удовлетворит возможность заработать дополнительно 15 тысяч рублей. Его, может, наоборот, испугает даже какие-то там цифры в несколько миллионов. У вас всегда есть что предложить. Вы можете рассказать, как это сделать. Младший менеджер, всего 16 человек в команде, которые делают по 250 баллов. Ты сам стартуешь на 250 баллов, это всего 8600 по условиям нашего обновленного маркетинг-плана, да, быстрый старт профессиональный. Еще 15 человек таких же, как ты, и вот ты зарабатываешь уже 18 тысяч. Если человеку надо больше, если у него хорошие большие амбиции, то через призму помощи людям ему можно сказать, что ты сможешь помочь, например, там, 4 людям, 5 выйти на доход 50-70 тысяч, и ты будешь зарабатывать свои 300, плюс автомобиль от компании. То есть деньги в компании, они с товарооборота выплачиваются, но они всегда опираются на результаты ваших людей. И так можно сказать, я хочу тебе помочь. Почему? Потому что я хочу зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, я понимаю, что мне таких, как ты, надо 7 человек, которых я выведу на машину, выведу на чек в 70 тысяч плюс Германия. Хочешь быть одним из них? Я не против тебе помогать, чтобы ты стал таким человеком. Так, с этим тоже закончим. Сколько времени? Рассказывай. 35. 35.
1:35. У нас остается не так много времени. Если есть какие-то вопросы, давайте точечно вы мне их сейчас зададите относительно маркетинг-плана, там какие-то непонятки. Вот. Вы хотели меня что-то спросить? Да, ну я конкретно хотела вот по младшему лидер-группу. Там же ведь внутри есть какие-то еще дополнительные выплаты. Вот 72-45, вот, чтобы их получить, там есть определенные еще условия, еще какие-то дополнительные бонусы. Вот именно об этих бонусах я хотела бы узнать. Дополнительный бонус начинается от момента, когда у вас либо лидер группы, либо у вас 21% ветка. Вот если у МЛГ есть 21% ветка, в таком случае, давайте расскажем. С остаточным оборотом поняли, что это такое? Да, да, да. Вот вы, и у вас родилась 21% ветка. Угу. Если у вас, ну как бы, это все остальное, да? Все остальное. Все остальное. Да. Если у вас будет от 4000, от 4000 баллов по всему остальному, это мало. Вместе с вашим личным оборотом, тогда причитается специальный бонус. Это 7% от вот этого остаточного оборота. Угу. Если будет 12000 больше, то 7% будет идти отсюда. Угу. Если лидер группы... Нет, все про младшего. Там все хорошо, тогда это потом. Только один бонус у младшего. Сейчас, секундочку, может, Настя сейчас. Смотрите, у нас же изменения в маркетинг-плане, и компания нас все время улучшает. И смотрите, если выросла у вас 21% ветка, и вы в остаточном обороте делаете хотя бы 4000 баллов, то специальный бонус не выплачивается остаточного оборота. Здесь же маленький объем, правильно? Вот здесь объем больше, здесь 12000 баллов. Нам бы хотелось с этого объема получать. Но так как у нас нет достаточного остаточного оборота, чтобы с этого объема получать 12000 баллов, раньше мы бы получили только с этого объема, он маленький, 4000 баллов, а надо 12. А сейчас у нас в компании новый такой goodwill бонус, и компания нам говорит, ну хорошо, ты не успела выстроить 12000 баллов остаточного оборота, и мы готовы как будто бы представить, что у тебя он есть, и платить 7% за этот оборот 3 месяца подряд, полный специальный бонус. Понимаете, да? То есть раньше бы компания заплатила 7% от 4000 баллов. Потому что если бы было 12000 баллов остаток, вы бы получили 7%. А так как его нет, вы получите 7% от вот этой цифры, 4000 баллов. А с новым маркетинг-планом goodwill бонус позволяет даже при отсутствии оборотов 12000 баллов остаточного получать все равно полностью за оборот вашего лидера специальный бонус 7%, 3 месяца. Мотивация, да? Да, имеется в виду, что за 3 месяца, вы знаете, что 3 месяца вы получаете, а этот специальный бонус где-то 40-45 тысяч рублей. Вот только этот специальный бонус. Плюс еще у вас тут на разнице процентов, там еще лидерский бонус, да, 3%. То есть вы в целом можете 100 и выше зарабатывать, да? Специальный бонус в наших чеках самый большой, если вот лидерские чеки посмотрите. Там самый лучший бонус это специально за вот эти ветки сильные, за лидерство. Поэтому goodwill бонус платится только 3 месяца. За это время, по идее, вам нужно вырастить 12000 баллов остатка, и вы будете продолжать получать специальный бонус 7% от лидерской ветки. Либо вырастить второй 21% ветку. Еще 3 месяца компания будет выплачивать, если хотя бы 4000 останется, да? Уже за двоих. Потом третий раз получать. То есть у нас есть возможность 3 раза получать вот такую привилегию с вот этих крупных структур, которые мы выращиваем. То есть это уже вот этот goodwill бонус именно с младшего лидера группы. Когда у вас есть выросла новая 21% ветка, и даже если не хватает достаточного оборота, но 4000 баллов точно есть, минимум 4000 баллов, тогда вы получаете 3 месяца подряд полный специальный бонус за лидерскую ветку. Это очень большие деньги. Супер. Когда их 2 появляется и есть 4000, вы уже 7,5% получаете за полный объем. А это не менеджер получает, смотря, если всего две линии, в одной 21%, а в другой просто 4000. Нет, ну ты же говорил, что здесь весь полностью остаточный, а тут надо, конечно, 3 линии. Для лидера организации. Это будет 14% получится. Это будет младший менеджер в таком случае, да? Конечно, здесь нужно нужное количество веток.
Даже с младшим менеджером. Это менеджер. Нет, подожди. Лена не по 500 там сюда давай кого-то. Иначе так и вообще чипа. Младший лидер группы, там, должны быть активных, по-моему, три веточки. На МЛГ 3, на ЛГ 4 и на лидере организации выше 6. Мы говорим, что вот эти 4000, там три активных. Да, там активные. Есть активные ноги. Это просто достаточно оборотов. Да. В общем, понятно. Ну, нет, спасибо, ну меня интересует, пока нет вот этой 21% ветки. Что в этом случае? Получать младший ветер. Это уже следующий вопрос. Вы сказали, а если не будет 21%, а теперь вы говорите, а если не будет 21%? Ой, говорит, 21% нужно. Я говорю, хорошо, расскажи. Но меня интересует без этого 21%. Допустим, 14 и там, может быть, и еще 24 тысячи. И еще 11. Не получится младшим лидером. Да, ну, я к примеру. Вопрос в чем? Вопрос в том, что вот без 21% ветки младший лидер группы какие бонусы получает дополнительно? Он не получает дополнительных видов бонусов, он получает бонус личного объема с разницей процентов и торговой наценкой. И все. МЛГ все. Поездка автомобиль. Я имею в виду сейчас про чек, если мы смотрим. Я про чек. Да, понятное дело, что автомобиль без места Германии. Но если я у меня уже... при младшем лидере группы, если у меня есть 21% ветка, я получаю goodwill бонус, да? Да, по goodwill бонусу будет. Ты поняла? Да. И я поняла. А, молодец. Да, хорошо. Ну, в принципе, у меня на этом все. У меня большая просьба к вам. Вот сейчас то, что, может быть, не до конца вы поняли или постеснялись об этом сказать. Зафиксируйте себя в голове, придите домой, задайте свой этот вопрос своему спонсору. Спонсор, мне сегодня на школе рассказывали то-то, то-то, но я до конца не въехал вот в это. То есть закройте сегодня все моменты, которые остались, может быть, не до конца решенными. Хорошо? У меня был не решенный, я его закрыл. Все, отлично. Так, и у нас последняя часть нашей школы, она как раз-таки о том, как сделать, чтобы у вас личный объем был большой, чтобы вы получили полностью весь кэшбэк с него. Максимальное количество денег. То есть это называется быть мастером продаж. Впереди у нас какой хлебный период? Кто знает? Новый год. Отлично. Вот главные Деды Морозы нашего ЛР сейчас вам расскажут, как делать прекрасные подарки людям и поделиться своими знаниями. Встречаем Анастасию Михайловну. Ничего больше мне не сказал. Ну ладно, я сама. Это, конечно, шутка. Мы не будем время тратить, все замечательно, мы растем, все у нас хорошо. Записывайте, задавайте вопросы, постараемся за минут 20 эту тему ждать. Но поверьте, надо этим заниматься сейчас. Уже там в ноябре, в декабре будет поздновато. Это мы как будем убегать вот, к поезду, подбегать в последний вагон, пытаться впрыгнуть. Да? Лучше сесть сразу вот в этот первый вагон, да, и ехать впереди планеты. Ой, что-то изменение в моей презентации. Ну это что-то. Я как-то быстро. Ну ладно, это я. Хорошо, мне нечего стесняться. Трансформация. Видите, какие у нас технологии, новое время, да, за 5 минут раз презентация обновилась, и сразу такой коллаж. То есть вот для тех, кто говорит, тебе повезло, ты такая вся стройная, ты такая вся ухоженная, да, оно прям само прилетает, да, обычно. Фотошоп, фотошоп. Нет, простые деньги, да, еще можно сказать фотошоп, но вот я. В общем, простые действия, и все это реально. Вот кто хочет себя поменять к лучшему, вы это можете. Если хотите, можете лично мне написать и спросить, что мне сделать, если я хочу то-то сделать, да, например, вот, в доходах там, ну что-то еще. Но мы об этом и так говорим, что нам делать, чтобы зарабатывать. Но все мы меняемся и можем поменяться, как в лучшую сторону, так и в худшую. Конечно, я вам желаю перемен к лучшему. Так, это у нас... я специально оставила старые слайды, прошлогодние, видите, 18-го года, потому чтобы сказать вам о том, компания будет делать для нас спецпредложения, которые помогут нам делать новогодние продажи. То есть это было в прошлом году, просто вспомните, да, в ноябре и в октябре будут, я думаю, уже такие потихонечку, да, к Новому году предпосылки. Если вы видите вот такие акции от компании, 25% на декоративную косметику, это очень круто. Это считайте минус
28 оценок каталога и еще минус 25, это сколько у нас? Больше чем 50%. Да. Можете представить? И как вы думаете, подарок для женщины тушь и, например, средство для снятия туши, это нормальный подарок? Это то, что всем нужно, да? Кто без туши у нас отходит? Редко что, да? И наша туша, она универсальна. Допустим, да, вам как вариант, вы можете уже сейчас готовить к новогоднему периоду. Как всегда будут мужские наборы, это каждый год у нас бывает. Они в разных упаковках, то в железной, то в такой коробочке зеленой, то еще что-нибудь, да, пакетики новогодние компании придумывают. То есть вы можете уже себе примерно наметить, какие продукты вы будете перед праздником предлагать своим друзьям, знакомым, можно уже набросать. Мы сегодня вам подскажем. То есть вот в начале ноября уже начнется вот это, да, и в конце октября тоже. Что важно? То есть всегда все мы прописываем, да, Лена, с желаниями и мечтами сложновато, потому что ну, не, это как в привычку должно войти, да, сидеть и писать. А уж бизнес строить надо точно все записывать. Это прямо как правило. Мы же бизнесом занимаемся, серьезные вещи. То есть здесь есть такой алгоритм, схема, да, вы любите схемы, чтобы было все понятно. То есть здесь надо сначала подумать, с кем вы будете все это делать, да, новогодние продажи. Это могут быть ваши знакомые, которые работают в каких-либо организациях. Есть же у вас еще такие, кто работает по найму. И есть кто в крупных организациях. Даже кто не в очень крупных, у них есть коллективы. 10, 15, 30, 100 человек. Есть же такие организации, да? То есть всем им можно предложить. Дальше нужно созвониться, подготовиться. Дальше я буду говорить, что говорить, да? Договориться о встрече. Все-таки встреча в этом случае лучше всего не отправить по электронной почте или там в словах что-то объяснить на пальцах. Тут надо прямо, как говорится, представить товар, да? Дать попробовать, показать. Люди визуалы, они хотят пощупать, да, потрогать. Если они видят действительно, что это уровень, качество, эксклюзивность, они, скорее всего, будут с вами дальше вести диалог. Провести эту встречу, к ней подготовиться, сейчас я подскажу как. И так называемое ОПП. Это даже еще важнее – обслуживание после продажи. Вот кто знает, что такое вести клиента? Кто-нибудь это делает? Да, это кто занимается продажами, но потом эти клиенты, они нашими партнерами ведь становятся, правильно, со временем. И это очень важно. Как вы думаете, вот разово что-то продать, даже по-крупному, это, конечно, успех, но самое грамотное, что после. Это даже больше у вас будет перспектив и вознаграждение компании, если вы правильно проработаете. То есть сейчас, как обычно, вот в профессиональный старт компания вложила теперь еще и список контактов, вы знаете, да? То есть кто у нас из новичков стартует профессионально, наряду с каталогом, презентацией, там еще и список контактов. Вот это очень важный инструмент, про который мы забываем. Мы списки тоже не дописываем или вообще не пишем, вот так, по чесноку. Вот Лена вообще сказала нам все свои мечты и желания прям каждый день писать, да? А мы один раз не сядем, список контактов не напишем, да, с вами? Вот теперь вы можете купить эти списки или хотя бы блокноты какие-то. В компании можно купить список или блокноты в канцелярском магазине. И начинать писать новые списки. То есть вот Новый год впереди, у нас такая есть тема. Корпоративные продажи, новогодние продажи. Пишем под это дело список, свежий список. Всех запоминаем, кто у нас где работает, в какие организации мы можем вообще зайти. То есть теплые контакты, поднимайте записные книжки, телефонные справочки, соцсети. Вот у некоторых, я смотрю, в друзьях в соцсетях тысячи людей. Там, у кого 1000, у кого 3000. Представьте, это все ваши друзья каким-то образом, да? Они оказались у вас в друзьях, можно там посмотреть, кто есть кто вообще, почему они на вас подписались. И с ними тогда тоже пообщаться. Многие знакомые работают в каких-то организациях. Вспоминаем всех своих клиентов. Они же тоже работают в каких-то организациях, правда? Кому мы когда-либо продавали, предлагали, рассказывали о бизнесе. Вообще всех. Даже кто ничего у вас не купил. Это другая тема. Тогда вы обращались, может быть, что-то продать или зарегистрировать. А сейчас вы обращаетесь и звоните сделать корпоративную новогоднюю продажу. Да, помочь людям в выборе подарков на Новый год. Соседи, мамочки в декрете. Вот повод познакомиться с соседями. Сейчас уже начинается. Коммуницировать, да, Новый год приближается. Бывших коллег, берем рекомендации. Даже можно так спросить. Если вы возьмете рекомендацию, вам, возможно, дадут, возможно, нет. Если вы не спросите, то точно останетесь без рекомендации, правда? Это элементарная истина. Поэтому спрашивайте, а кто у тебя работает в каких-то
А у тебя есть кто-нибудь, кто работает в крупных организациях? Общайтесь с людьми. Или если человек говорит, ой, нет, мы вообще никому ничего не дарим, можно спросить, а есть у тебя знакомые, которые работают в таких организациях, которые дарят? Ну, то есть вот вы открываете эти двери, вы идете, да? Вы хотите себе большой корпоративный заказ, после которого, скорее всего, у вас будут и новые партнеры, и постоянные клиенты, как вы там дальше, да, отработаете, и холодные контакты. Я уже рассказывала в прошлом году, как я, сидя дома с детьми, с маленькими, они там возятся, что-то шумят, а я, пока они там играют, обзванивала, внимание, Лукойл и Газпром, я не брала на маленькие фирмы, я просто взяла в интернете, у меня не было никаких связей, сделала выгрузку всех дочерних, у них же много на самом деле офисов, я себе выгрузила и наяривала. И представьте, я там 20 обзвонила, все-таки нет, нет, там что это, не надо. И одна мне говорит, а приезжайте в Газпроме, причем, да, на Наметкино, там не звоните, да, там они уже и так. Ну, то есть я это как идею говорю. Если вы будете звонить, как всегда, статистика отказов большая, но один звонок из 50 был результативным. И я туда отгружала за несколько заходов эти продукты. То есть для мужчин на 23 февраля, для женщин 8 марта. То есть у меня был такой двойной корпоративный огромный заказ, и после я еще там приезжаю, обслуживаю. То есть получается, что... А? Да. Презентацию, да? Я пришла с теми товарами, которые могли бы подойти универсально для мужчин, вот это все для бритья, да, и для женщин, для рук, ну вот эти алоэ вера, там можно компоновать и делать корзиночки, пакеты можно, да, сделать. То есть я не стала весь каталог даже листать. Я принесла 2-3 варианта для мужчин, 2-3 варианта для женщин. И мы определили, сколько для мужчин штук, сколько для женщин штук. А может, продукт приносили? Конечно, конечно, там пакеты, продукт, конечно. Нам надо, чтобы люди даже нанесли, потрогали, там, почувствовали. То есть это все надо... То есть вы договорились в обеденный перерыв? В таких организациях даже у них зал отдельный для встреч. Мы посидели полчасика, я все показала, рассказала. Мы обговорили условия, там, доставки, упаковки, упаковка с меня. Там скидку, естественно, я сделала, визитки вложила в пакеты. То есть я все нормально сделала, проработала. И в итоге у меня там по сей день есть там контакты. Люди, вот еще раз вам скажу такую подсказку. Даже если вы думаете, ой, в Газпроме они, наверное, только Шанель пользуются. Везде есть, кто подешевле хочет и кто подороже хочет, да, поизвестнее. И кто может себе позволить какой-нибудь там бренд, а кто может, например, интересоваться, а что вообще новое есть, и что нам подойдет, и вообще немецкое качество, это тоже неплохо. То есть не надо решать, как всегда, за людей. И есть там люди, которые маленькие зарплаты имеют, а есть люди, которые очень хорошо зарабатывают. То есть то, что это Газпром или Лукойл, это вообще ни о чем не говорит. То есть там абсолютно все возможности, которые вы себе, например, запланируете и пожелаете, вы там можете это сделать. Вот, то есть вы можете найти фирмы покрупнее, сетевые там, у которых много филиалов. И обзвоните. Я могу так сказать, что личный оборот у меня достигал в такие моменты. Я под Новый год делала такие продажи. Где-то 4000 баллов. Да, это, то есть это реально. Вот. Просто обзванивают. Это просто звонки. Постоянно звонки, звонки, звонки. И пока вы не найдете. Ну, представляете, я потом скажу как. Да? Вопрос на миллион. Звоним и спрашиваем, клиенты ли воздарить сотрудникам подарки на Новый год. То есть это можно делать уже сейчас. Вот, ну не прямо сегодня, нам надо подготовиться, да, отточить свою речь. В таких организациях есть отдел, который занимается обеспечением сотрудников. То есть отдел обеспечения сотрудников. Я просто пропомню сейчас, или не сейчас, я хотел добавить, я просто как бы со временем организовал корпоративные мероприятия, прекрасно знаю, о чем говорит Настя. Хочу сказать, что в конце сентября многие такие компании уже, в принципе, есть понимание того, где и как, и насколько часто будет организован корпоратив. И в начале октября, вот уже, опять же, по опыту, по практике, эти люди планируют именно количество и качество, как бы, да, новогодних подарков и их ассортимент. И поэтому сейчас, в начале октября, вы уже составили предложение именно подарков, будете именно как раз кстати. Именно сейчас. И когда вы берете рекомендации, тоже можно звонить и на какого-то человека ссылаться. То есть, добрый день, меня вас порекомендовала Лариса Ивановна. Ну, допустим, вы у кого-то контакт взяли, да, и этот человек не против, если вы... Это сотрудник этой фирмы, допустим.
Но она сказала, что лучше звонить тому-то человеку, он обеспечивает там подарки и сотрудников всеми этими праздничными моментами обеспечит. У вас есть минутка? Потому что это важный момент. Вот когда обзванивают и не спрашивают, можете ли вы говорить, я сразу говорю, бросить, мне все равно лучше говорить. То есть соблюдать этику звонка. Меня зовут Анастасия, я представляю крупную немецкую компанию. Мы предлагаем мировые бренды и также оригинальные эксклюзивные подарки. Принято ли у вас поздравлять сотрудников по праздникам? Мы хотим предложить вам интересные варианты на любой бюджет. Якоря оставляем. Сейчас все экономят. Кризис, ну вы это знаете, да, он не истекает, он даже наоборот набирает обороты, и людей увольняют, и сокращают. Там все это как-то не радужно. Поэтому в нашем бизнесе нам радужно, потому что мы сами свою историю делаем, мы сами зарабатываем, да? А вообще все сейчас все считают и очень умно тратят деньги. Сейчас такое время. И поэтому даже крупным фирмам важно, чтобы вы сказали, на любой бюджет есть предложение именно для вас. Хотелось бы подробнее познакомить вас с несколькими вариантами подарков. Если вам говорят, пришлите на почту, да, такое могут сказать, пришлите на почту. Это не очень подходящий вариант. Вам будет что прислать на почту, мы сейчас расскажем, что у нас есть, там презентация специально сделанная. Вот, но мы продолжаем. Говорит, да, хорошо. Мы пришлем на почту, но нам надо поговорить как-то более результативно. У нас есть подарок на любой бюджет, и также есть подарочные сертификаты. Мы можем сделать сертификаты отдельно с логотипом вашей компании. Ну, если вы удивляетесь, да, это может любая типография сделать, и любой дизайн вы можете запросить у типографии. То есть это можно сделать под корпоративный заказ. Вы потратите деньги на типографию, на дизайн, да, на макет. Они подумают, что как здорово, прям с нашим логотипом нашей компании любимой, да, у нас будут сертификаты на Новый год. Это очень хорошая идея. И мы сотрудничаем с Брюсом Уиллисом, другими известными звездами. То есть такие якоря, что у нас не просто там абы что, а мы вам на любой бюджет и сертификаты с вашим логотипом, и вообще мы со звездами сотрудничаем. То есть вы можете это говорить, как вам удобно, ну, примерно в таком контексте. Вот. Я могу подъехать и все вам показать. То есть ради такого случая надо ехать и с продукцией, и с сертификатами, и все им давать пробовать, и подарочек подарить. То есть это крупный, да, такой заказ будет. Но то, что вы будете оригинальны в этот Новый год, мы вам гарантируем. Когда можно к вам подъехать? То есть вы согласились, да, на почту пришлем, но вы продолжаете, вам надо добиться встречи. То есть это самое главное. Им сейчас шлют все на почту, они открывают почту, а там конфеты, там, не знаю, что угодно, всякое, ну, все, что можно, да, придумать. Вот, и дальше у нас пункт встречи, вам надо к ней подготовиться. Знаете такую фразу? Неподготовленная встреча, подготовленный провал. То есть тут надо отработать максимально внешний вид, сами понимаете, да, чем презентабельнее вы будете одеты, тем сразу к вам отношение, да, более такое лояльное возникает. У вас есть всякие инструменты, вы не с пустыми руками. Ну, допустим, вот такой вариант подарочных сертификатов, которые мы разрабатывали для всей команды. Антон дизайнер, он же там с типографией там все это делал. То есть есть готовые уже инструменты, есть разные варианты, там на 1500, на 1000 рублей. То есть универсальный вариант, на сертификате вы пишете имя и телефон красивым почерком. То есть это современно, это опять же очень сейчас распространено, у каждых таких магазинов крупных есть сертификаты. То есть, ну, какие-то там, даже продуктовые магазины делают свои сертификаты подарочные, представьте, да? Я уже не говорю про там бытовую технику, про там Спортмастер или какие-то косметика, ну, вот все это, да? То есть обязательно, мы идем в ногу со временем, у нас есть подарочные сертификаты. Мы не только вам говорим, вот скупите там 100 наборов для мужчин и 100 там... Вот, купите 100 вот таких красивых сертификатов, у вас люди сами все закажут, вы подарите выбор, да, это здорово. Тестовая продукция с собой. Не надо слишком много, но и не один крем. То есть надо, чтобы человек понял, что вот у вас есть, да, в ассортименте. Если у вас сейчас этого нет, вы новый партнер, пригласите с собой на эту встречу своего спонсора или лидера, у кого есть с собой, да. Будьте пунктуальны, да, договор СЛР. Желательно, да, чтобы партнер официальный, улыбка и позитив, то есть вам все хорошо, вам нравится, вы в любом случае преуспевающий партнер, даже если они вам откажут, все равно улыбка, позитив, вот как Лена посоветовала, даже если вам говорят жестко нет, я там про тревогу не буду говорить, но вы все равно человеку желаете добра и до свидания, можете даже спросить рекомендации.
рекомендацию заодно, если ему даже ничего не надо. Что обычно вы даете сотрудникам? Ну какую сумму? То есть это при встрече вы обсуждаете, да? Записываете, делаете пометки. У вас какой-нибудь блокнот, брендированный желательно, или просто какая-то презентабельная записная книжка. Дарите ли вы подарки фирмам-партнерам? То есть бывает, да, организации между собой одаривают друг друга. Тоже почему бы и нет. Презентация компании короткая, вы демонстрируете продукцию. Говорит, что более 400 тысяч довольных клиентов в 30 странах мира. Очень интересные, эксклюзивные у вас товары. Сертифицированная продукция в Германии делается, да, это очень важно. Ну, показывает там крем для рук с алоэ вера, парфюмерию, мужские наборы с алоэ вера. И предложите варианты. Готовые подарки на определенную сумму и сертификаты на 1000, на 1500. Если им нужно там на 3, они берут по 2 сертификата на 1500, например, дают, да, покупают у вас эти сертификаты. То есть сделайте выгодное предложение тому, с кем общаетесь. Вот как вы считаете, сейчас выбирают для своих сотрудников массово просто потому, что понравилось, или потому, что это выгодное сотрудничество? Вот это надо знать вообще нам в бизнесе. Все люди думают только о своей выгоде на самом деле. Они, конечно, добрые могут быть и вообще мир во всем мире, но только о себе и о своих выгодах в первую очередь думает каждый человек. Это так и есть. Вот. В хорошем смысле этого слова, да, это нормально. Поэтому если вы общаетесь с Марией Петровной, а она там как раз занимается этими подарками корпоративными, а для вас, Мария Петровна, у нас будут подарки. На 10% от общей суммы вы можете заказать себе любую продукцию нашего каталога. Но мы и меньше потратим, потому что мы-то заказываем. Она-то по каталогу на 10%, а мы-то заказываем минус 30% примерно, да? Отдадим всего лишь 7%, получается, ей. Так как сами заказываем без торговой наценки. Также можно даже договориться о какой-то скидки, то есть она не продукция, если ей это не подходит, она просто вознаграждением себе забирает эту скидку, ну, сумму, да, то есть это нормально. Если нет, то люди иногда любят помогать, она чувствует, что ну, что-то не так, ей не подходит, и вы можете спросить рекомендацию, да, а вы можете тогда порекомендовать мне кого-то, кто тоже мог бы сделать корпоративный заказ, и она уже, это Мария Петровна, да, она может сказать, ну вот у нас соседняя компания, она тоже там так активно празднует Новый год, вот я могу дать контакт вот там Наталье Ивановне, да, допустим. То есть вы все равно до конца, вот книжку «Стремись услышать нет», кто не прочитал, прочитайте. То есть, да, молодцы, то есть это не значит «нет», это значит, что можно еще что-то дальше сделать, даже если вам сказали «нет», то есть всегда так. Вот, порекомендуйте мне людей, у которых принято дарить корпоративные подарки. Одна-две фирмы, я вам завтра позвоню. Да, то есть она может подумать, вы завтра позвоните. Вы тоже можете ей сказать, и в любом случае наша договоренность в силе, у вас будет там на 10% всего каталога от общей суммы заказов других фирм, подарок тоже, да? То есть вы все равно как бы ей что-то обещаете. Вот. И в любом случае такие фирмы с вами захотят заключить договор, чтобы не было никаких заминок по срокам, по суммам. Первый вариант – заказы на продукцию. Предоплата обычно 70%. Это как раз та сумма, на которую мы и закупаем. 70%, да? Примерно. Вот. Закупаете и доставляете клиенту с каждым заказом каталог и визитка. Это ваш расход, но это вам сулит дальнейшее сотрудничество. То есть или на каталоге вашим красивым почерком имя и телефон. Обязательно подарок для организатора. Все-таки, да, если у вас все получилось, то вы выполнять свои обещания, и человек должен остаться доволен. Впереди 8 марта, 23 февраля, то есть все это может продолжиться, да, в разных вариантах. Второй вариант – сертификат. Фирма оплачивает сертификаты полностью. То есть, допустим, они берут 100 сертификатов по 1500 рублей. 100 умножить на 1500, 150 тысяч рублей они вам отдают. Как здорово, да, вы продали бумажки и вышли с таким, ну как, с пачкой денег. Вот, но зато потом эти сертификаты, то есть вы будете готовы обрабатывать, отрабатывать клиентов, которые будут вам звонить по этим сертификатам. Но это даже лучше, потому что с каждым у вас будет индивидуальное общение, и вы сможете с ним поговорить и пригласить либо в клиенты постоянные, либо в партнеры ваши. Понимаете, да? То есть у вас будет возможность с каждым, со 100 людьми в этой фирме лично быстренько, да, у них не будет, может, много времени, но проговорить, да, предложить им партнерство. Вы сразу оставляете себе 28 минус 10, 18%. Это ваши заработанные уже деньги.
А основную сумму, конечно, не нужно растрачивать, потому что это сумма на закупку продукции после того, как вам будут звонить по этим сертификатам. Да, вы на эти деньги будете покупать продукцию в ЛР. Каждый клиент будет вам звонить, на сертификате будет указан вам ваш телефон. Позвонят вам и сделают заказ. И вы уже потом привезете, расскажете. Это удобно в одной организации. В один раз приехали, нескольким людям уже все привезли, поговорили, предложили партнерство, что-нибудь подарили. Там. Ну, в общем, это уже ваша задача дальше отрабатывать. Вот. И постпродажное обслуживание. Надо безупречно отработать. Вот если вы уже получили этот заказ, вот что угодно сделайте, там упаковка, все вовремя. То есть будьте на высоте. Это вам потом сулит дальнейшее сотрудничество с этой организацией. Найти корпоративный заказ нелегко и не быстро. Но если вы его нашли, вы потом будете с помощью этой организации расширять свои обороты и клиентскую партнерскую сеть. То есть дальше у вас поздравления на 23 и 8 марта, дни рождения сотрудников можете предложить, мастер-классы, либо там. У нас в командах есть и визажисты, и косметологи, можно пригласить и сделать мастер-класс, да, прямо на их рабочем месте. Это тоже иногда практикуется. Обучение сотрудников, да, там, мейкап корпоративный, ну, что-то можно придумать, да, совместно. Или сюда пригласить, можно им раздарить потом сертификаты на мастер-класс в офисе. Приглашаете своих команд, визажиста или косметолога, он помогает вам этим людям сделать еще и мейкап или уход. И они дальше могут заказы делать, да, или регистрироваться к вам. Презентации новинок, ну, являетесь новинкой, вы можете с ними связываться с клиентами. Берете рекомендации из фирм, с которыми они работают. То есть вы можете с этим работать, да, пролонгирующе. И растущий доход появляется именно после качественного обслуживания. То есть тут нужно быть на высоте. Ну вот в прошлом году были такие варианты. Там, например, Lover.box – прекрасный подарок. Starbucks даже – это прекрасный подарок для мужчин и для женщин. Это, ну, такая радость, раз там парфюмерный магазинчик такой подарили, да, кто покрупнее, там можно предлагать, например, директору, если это женщина особенно, подарить вот такой вот набор в сумке, да, то есть надо об этом рассказывать, надо это показывать, но лучше, конечно, сертификат, ну, это как-то быстро, современно и удобно даже этим сотрудникам, которые организовывают подарки, чтобы им это все не распределять, там, просто раздарили сертификат, и люди потом звонят. Главное вам придать значимость нашей компании, когда вы предлагаете сертификаты. Ну, мужские – это вот классические средства для бритья, даже аптечка – это вообще для семьи, да, и для мужчин тоже она подходит. В этом году мы будем ждать новогодний каталог, я думаю, он появится в ноябре точно, может быть, там где-то к концу октября уже будет известно. Разные виды сертификатов есть, это все можно делать, изменять дизайны. Есть такие, вообще не привязанные к празднику, например, на 23 февраля, на 8 марта. То есть очень все это можно сделать быстро. Да? Напечатать сертификат – это 1-2 дня. С логотипом, даже один день. Вот есть тут на павильонской типографии «Оранж» называется. Напечатали все, за один день они сюда. Они даже могут в этот же день. Вы им утром прислали, говорят, мне вечером надо забрать. Они вам делают за небольшие, в принципе, деньги. Вот, то есть это все не проблема. Трудность только решить для себя, да, что вы хотите этот заказ корпоративный, и начать решительно действовать. Узнавать, брать рекомендации, звонить, списки все поднимать. Кто где работает, это в принципе вы тоже можете сделать. Просто надо это сделать. Just do it. Да? Вот, ну и во второй части расскажем, какую презентацию же Антон создавал. Можно высылать, например, и менять данные свои. Ну да, на самом деле, друзья мои, смотрите, все очень просто. Презентация должна быть конечной, потому что люди сейчас такие, им очень жалко своего времени. Поэтому, если вы сделаете там, грубо говоря, 25 слайдов, вы по каждой продукции вы будете что-то писать, рассказывать, это никто не будет читать, это будет уже после 3-4 страниц, неинтересно. Очень коротко, да, обращение, именно кому мы эту презентацию адресовываем, обращение от кого, от компании «Удар». И дальше обязательно нужно перечислить все, как бы, да, суть вообще презентации о том, что мы предлагаем продукцию для здоровья, для красоты, и именно под новогодние там подарки 23 февраля, 8 марта дизайн можно менять. Вот. И сразу прям переходим к плюсам. Почему с нами нужно выгодно сотрудничать, почему это классно. Опять же, продолжение мясных слов, на тему того, что если мы будем делать подарки тем людям из компании, которые нам помогли этот контракт получить, ну, то есть как бы заинтересуем их напрямую. Вот, это большой-большой плюс. И та же Мария Петровна получила по вознаграждению там, в виде денег или в виде продукции нашей компании, она вам соберет 10-15 компаний, которые находятся в этом же офисном здании, и сама скажет, вот сейчас вам придет
человек от меня. И сразу приказать, что за каждую компанию нам будет получать свой бонус. Вот, что предлагаем? Да, обязательно нужно предложить в электронном виде каталог, он обязательно будет однозначно под Новый год или по 23 марта. Это все компания делает, это все в электронном виде, обязательно тоже предлагайте, прикладывайте к этому письму. Обратите внимание, что у нас тоже есть и дисконты, и карточки, сайты нашего дизайна, либо можно сделать то же самое в типографии, заказать с дизайном и с логотипом компании. По большому счету, карточки, которые приняты дают компании, как Ритуаль, там, не знаю, подарсификат, спортмастер, еще куда-то, это все сейчас производимо. Цена одного такого пластикового жетончика, да, вот видим карточки такой вот, 8 рублей в производстве при тираже 1000 штук. Это смешно, это реально можно сделать. Вот, подарочные сертификаты, то же самое, как мы и говорили, они могут быть любого дизайна, как раз таки под дизайн компании, либо под наш дизайн, связан с Новым годом, да с любым вообще, в принципе, праздником, который принято праздновать. Без привязки куртку уберем, если кому-то надо, вообще не проблема. И обязательно сделайте, скажем так, сделайте акцент на флагманах, на тех товарах, которые действительно разлетаются как пирожки. То есть, если мы привязываем, что мужчина принят дарить наборы для бритья, то, пожалуйста, не забудьте указать, что у нас лучший набор для бритья для мужчин, целая эра. Девчонка, вы видите, опять же, уходовая косметика, лучшие парфюмы, то есть то, что у нас и так, вы знаете прекрасно, то, что разлетается. Это все в презентацию перечислить, ну и, естественно, оставить ваши координаты, поскольку письмо мы можем удалить, а презентация сохранится. Что еще? Нужно сделать уникальную эту презентацию, да, вашим партнерам, по команде, когда будет писать, вот у нас сделано таким образом, что все вот эти вот моменты, вот это, все это меняется, и туда наши партнеры могут совершенно спокойно писать свою фамилию, имя, свои контактные данные, и уже отправлять в том дизайне, который мы предлагаем. В принципе, все очень просто, нужно действительно не сидеть на месте, нужно уже сейчас понять, с кем вы планируете сотрудничать, и начать эти действия выполнять. Поверьте мне, до конца октября уже все большие компании или маленькие компании, они однозначно сформируют пул поставщиков на вот эти вот корпоративные подарки своим сотрудникам. Еще один маленький нюанс есть, который Настя тоже не упомянула, а я о нем люблю рассказывать. Старайтесь все-таки подписать руководителя этой компании. Вот просто элементарно его плюс. Если он выделяет на своих сотрудников, грубо говоря, там, по 3000 рублей на человека, там в этой компании, допустим, работает 100 человек, он вам создает товарооборот, а вовремя возвращает деньги. Представляете, как ему удобно и выгодно. Да, можно, кстати, вместо того, чтобы самим ему платить, можно сказать, что компания вам с этого оборота кэшбэк выплатит, и вы сможете любую продукцию заказывать. То есть очень-очень быстро у вас появится 21% в команде. Как минимум. Всем вам желаю больших классных корпоративных продаж, очень классного оборота, именно предновогоднего и постновогоднего и так далее. Действительно, важный момент, на которых действительно нужно делать якорь и никогда не пускать зиду. То, что вы делаете, делайте с любовью, всегда говорите как профессионал, ведите себя как профессионал, выглядите как профессионал. Не забывайте вашим людям постоянно звонить и спрашивать, а впереди 8 марта, впереди 23 февраля, впереди Новый год, впереди там день вашей компании, это сейчас открытый доступная информация, везде все, то есть компания публикует на своих официальных сайтах, когда день компании, впереди там день строителя, день нефтяника, то есть профессиональные праздники. Постоянно будьте, опережайте их на шаг, чтобы они были с вами всегда на связи, чтобы они были довольны вами как персоналом с точки зрения именно вашего обслуживания этих людей. И поверьте, ваши просто корпоративные продажи, они будут такой будут расти, создавая вам оборот. И как я уже сказал, если человек вам подпишется в вашу команду, ой, ребята, что вам делать? Да. Спасибо. А можно первый вопрос? Визитацию по запросу дадим, пишите там ВКонтакте, ну вот. Да, то есть все можно поменять легко, как это планируется. А в WhatsApp вы сможете? Можем в WhatsApp. Да. В любом вообще удобном месте можно. Да, очень стильно, очень круто. Вот Антон вам аплодирует, он круто создает. Я хотела сказать, что есть в наличии некоторое количество, не так много готовых сертификатов. И есть вот такие инструменты, у кого еще нет, для работы с парфюмерией. 350 рублей стоит набор. Вот Надежда с удовольствием вам поможет. Она как раз сейчас выложила. Это здорово сейчас перед Новым годом. Один стартов – это хорошо. А когда у вас еще 10 альбомчиков таких, вы их набрызгали, да, ароматами нашими. И вы можете… Вы стартов один отдали, вы без всего, да, без инструментов. А вы 10 этих альбомчиков отдали, у вас 10 одновременно работает инструментов, да? Вы сейчас все равно общаетесь. Вот мы с детьми в торговый центр пойдем, там, в кино, там, куда-нибудь в кафешку, мы сразу набираем контактов 5.
Это просто все люди, которые нас обслуживают. Да, у нас сразу в один раз в кафе посидели, в одном вот тануке, мы собрали 4 контакта на салфетке. Там один зашел, второй, там старший официант, новичок официант, кальянчик заглянул. И на входе стоит администратор. На салфетках принесли, там кучку положили, его нормально расходили, покушали. То есть, понимаете, и когда у вас в сумочке такой маленький компактный инструментик, вы уже не с пустыми руками, вы пообщались и сказали, давайте мы вам оставим, завтра заберем, ну, в своем районе. Это вообще классная немецкая продукция. То есть здесь все написано, цен нет, люди не сбиваются, они просто слушают ароматы, а потом они хотят, они же классные, и начинается ваша дальнейшая беседа. Ну и сертификаты, если у вас их нет, вы не сможете особо вот, на пальцах рассказать, или там с телефона, а вот смотрите, у нас такие сертификаты. Вот, хотя бы по 2-3, по 5 вы выложили, вот у вас есть. Когда они говорят, нам нужно там 100 или 200, вы уже заказываете тираж. Это вообще быстро сделать. То есть обращайтесь, альбомчики у Надежды, сертификаты у нас, книга Дельве тоже по здоровью, да, если нужна. И что у нас еще? Хольгер Кунац по построению структуры и мотивация на успех, рост, его личные примеры и успех лидеров. То есть, пожалуйста, инструменты используйте, на этом не экономьте, это ваш путь к росту, саморазвитию. Всем спасибо! Спасибо большое, друзья. Мы с вами встречаемся ровно через 2 недели. Через 2 недели в этом же зале в 11:00. Все на марафон 15 апреля.